Так, как видите, я ни хера не успела. Ни хера. Я даже не включила этот. Свет не включила, ничего не убрала. Вы поняли? Я так бежала. Просто пипец. Я бежала, торопилась. Поэтому мы с вами... Вот тут еще этот стоит, видите, да? Этот самый... коробка, вот педали, вот тут, короче, вы поняли, закинулся таблетками, да, кстати, закинулся таблетками, тоже надо таблетками закинуться, потому что у меня наконец, блядь, начались месячные, больно, пизда просто, я сегодня буду всех ненавидеть, я буду, знаете, это, дочь ненависти, или кто там, здорово, Лисинар, привет, Спрут, Black Dragon, Саркония, Тори, Лисинар, здорово, привет, привет всем, кто она там, дочь ненависти, да, или матерь ненависти, не помню. Она, по-моему, дочь ненависти. Вот буду как Лилит сегодня, понимаете? Все быстро. Мы с вами быстренько бежим. Быстренько бежим. Быстренько бежим создаваться. Эссенция ненависти, да. Показываю ноготочки. Ноготочки вот. Вот они. Не фокусируются. Но они такие, знаете, будто я их в вишню окунула. Будто я их в вишню окунула. Знаете, как это? Еще. Вот. Здорово, Fairhead, привет. Привет. Кэт, приветики. Получается, не только ногти. Да, не только ногти в цвет Лилит. Именно так, кусь. Всем здорово, всем привет. Игра у меня до... Да, обновилась, вернее как, я ее скачала еще давно, она у меня дообновилась сейчас до версии, когда можно уже идти играть. Вот, сейчас я быстро, блядь. Я так бежала, просто пиздец, вы не представляете, красиво. Я! Что, Вика? Сразу пиши. Дрова? Не ебу вообще. Не ебу. Осознанно не обновляла. Осознанно не обновляла ничего. Осознанно. А что такое? Без дров будет беда? Дропсы! Ебаться, сраться! Так, а как их включить? Подождите. Я дропсы подрублю. Не знаю, но знаю, что вышло под Диабло. На следующий. На следующий. Так, а дропсы есть. А дропсы включены. А дропсы включены. Дропсы есть. Так,
Сорсерер, погнали. Мы берем сорку. Сорку. Мы сразу берем сорку, и сорка у нас будет электрическая. Сорка у нас будет электрическая. Сорка у нас будет электрическая. Вот. У нас в прошлый раз вот такая была, да, если я правильно помню? Да, была вот такая. Мы сейчас чуть-чуть ее поправим. Новые дрова выкатили прям с намеком на Диаблу. Поняла. Но мы тогда уже на, по-моему, на четверг у нас с Лексом еще запланирован стрим. Я к четвергу уже поменяю. И будет нормально. И будет нормально. Так, волосы на лице, цвет волос. Хочу вот так. Раскраска. Так, сейчас главное не зависать здесь. Надолго. Так, вы пока рассказываете, как вы. Пока рассказывайте, как ваши дела. Как вы что? Я сегодня успела проснуться в 7 утра, кстати. Охереть от просыпания в 7 утра. Ту-ту-ту, здорово. Эд, приятного лурка, приятного. Тьма понемногу, да, поглощает. Никейс на сорке. Здорово, Арти. Привет. Привет, Найт Макс. И всем здоровушки. Ай. Ща, я быстро. Это будет самое быстрое создание персонажа в моей жизни, понимаете? Я вам отвечаю. Зато ногти, смотрите, какие шикарные. Зато смотрите, какие шикарные ногти. Тут-туду. Всем здорово. Всем привет. Всем привет. Тостер, здорово. Планировал выспаться, в итоге из Дискорда... 6 утра. Что вы там делал? Чисто вишни, да. Дайхаза, привет. Новости — это просто пиздец. Нет времени. Новости — это просто пиздец. Если честно, я, по-моему, кинула в... Или не кинула в телегу. По крайней мере, я находила пост с новостями, куда можно донатить на этот самый. Потому что, ну, это ебанешься. Сорка. Имя, срочно нужно имя. Разбомбили дамбу в Каховке. И пиздец. Привет, ракушка. Привет, Катарина, здорово. Дамба все затапливает. Все затапливает, это тупо экологическая катастрофа. Последствия которой будут выгребать нахуй все потом. Так, Подорвали. Да, не разбомбили, подорвали. Она была заминирована, ее подорвали. Да, все правильно меня поправляет Феймос. Так, имя, срочно. Какие имена у сорок? Семь сорок, блядь. Взорвали дамбу в Купянске, выброс аммиака. О, ну самое оно, видишь, блядь. Самое нормально. Понеслась, блядь, пизда по кочкам. Ванада. Мне нужно что-то с ви. Ви... Вилшеб... Двуликая. Ну давай двуликая так и оставим. Так двуликую и оставим. Начать игру. Краткое обучение. Ви-ведьма. Так, я иду, смотрю. Виминатор.
Так, краткое обучение, погнали. Старт, ветеран для ветеранов, желающих более грозные, для новичков серии. Оставляем старт. Под двуликой, да, еще и пятна подходят, поэтому оставляем. Вибратор. Здорово, здорово, куляви. Куляви, как селяви. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, да, allow access. Allow access, блять! Allow access, нахуй! Сдавался не для людей. Он был пристанищем для тех, кто устал. 40 минут будем ролики смотреть. И преисподней. Однако теперь битвы вечного противостояния. А я думаю, что подтягиваться будет под мир хоста. Его же вроде поменять можно. От угроз. Я просто сейчас не буду. Сейчас этот некогда могущественный орден утратил былое величие. И древние создатели. Вроде как. Ну да, русская локализация здесь чтобы есть. Чтобы подчинить да. себе души людей. Это история об их падении. Мы играем сегодня коопом с Лексом на софткоре. Он играет этим. Скажите мне, как его зовут? Друлем? Я с оркой. У меня с оркой будет электрическая исключительно, без огненных вот этих всех штук. Там где-то я смотрела под самый-самый конец уже прокачки. Что-то там огненное было прикольно взять, потому что оно дает бонус какой-то удобный. А квесты обоим должны обоим засчитываться? Разик пьянский лицует не наявим семяку по витре. Загроза распространенная химия все добрая. Новость это все, но это хорошо. Это хорошо. Так, я этот ролик уже смотрела. Это пятый раз, как я смотрю этот ролик. Вот, даже если не шестой. Поэтому. Ну, минус лошадь наша. Я все ролики смотрела. Я просто их все смотрела. Уже по несколько раз еще и на стримах смотрела, понимаешь, Famous? Типа и стартовые, и вот все самые ролики. И, короче, ну, вот это все, знаешь, всю эту историю. И мы сейчас быстро мчим до города. Насколько я помню, кооп начинается, когда ты приходишь сжигать грех. Если я правильно помню. Давай, давай, это хорошие практики тебе. Кооп начинается, когда ты сжигаешь грех. Нам до туда надо просто домчать. Потому что я чуть-чуть... Я думала, что мне ногти будут 1.5 часа делать. Мне их делали фул 2 часа. Неожиданно, если честно. Чмок в уздечку. Ой, это не надо, пожалуйста. Это лишнее. Нет, Тори. Нет, не успела. Не успела. Кошка. Вот сюда ляг, пожалуйста, да. Так. Сейчас я что-нибудь... Я зареклась заказывать в этом месяце. Сейчас что-нибудь закажу быстренько, потому что, ну, я если не поем, я 4 часа не высижу. Я 4 часа не высижу. Все, понеслась. Надо найти укрытие получше. До того, как замерзну. Понеслась. Где мои электрические? Что вам надо от меня? Тупо их шлепает. Тупо шлепает, поняли? Бежим. Ну, зареклась, да. Но что-то не очень зарекается, как видишь. Не очень зареклось. Заброшенный город. Демоны. Повсюду. Во тьме.
клыки! Он меня укусил! Аккуратнее! Что он в выступлении. А я играла во вторую Диаблу. Я играла во вторую Диаблу в детстве. А тебе достаточно. Какое дело? Ваша электричество. Ну, мы немножко это еще не подключились. Через 20 минут нарежьте типа... пиздец. О, давай, ракушка. Покажи под потим, как он в ТБ там буду все. До потим, знаешь. Диаблу играл только во вторую. В первую я не помню, чтоб я играла. В третью я не играла 100% точно. Она мимо меня вообще прошла. А вторая у меня была играна в детстве пару раз. В детстве пару раз была играна, не помню, чтобы была пройдена до конца, если честно. Не уверена в этом. На севере есть руины, где обитает зло. Этот монах, должно быть, побывал там. Поваляюсь, потом поем. Еще я что-нибудь себе закажу. Дверь бы закрыли. Так, могу укрыться от бури. Прости, немного тесновато. Все лучше, чем пещера. У меня вопрос, откуда люди находят ссылку на чат? Она у меня везде удалена, по-моему. Откуда находится ссылка на чат? Для него, что можем. Скажите мне, пожалуйста. Так, я пока быстро. Простите, not very professional of me. Not very professional of me. Но я буду параллельно с вами разговаривать. Параллельно в чат, параллельно еда. Параллельно все. Самое быстрое приезжает что? Самое быстрое приезжает маг. Поэтому я буду толстеть дальше. Спустив ТГ. Правда? Вот спасибо. Так, у мене в телеграмі, в цьому пабліку немає... В пабліку немає цього. Посилання. Я усюди видалила посилання на... Там же є кнопочка «Придатись до обговорювання». Так, там же ж, ну, цей чат, він не додан нікуди. Я його нікуди не додавала. На нього посилання ніде немає, ніде. На нього немає ніде посилання. Я просто решила, чтобы, знаете, ну мало ли, у нас там иногда есть информация такая, sensitive, достаточно, sensitive info относить, ну, знаете, там, короче, ну такое, в общем, в очень старых сообщениях. Либо только если в очень старых сообщениях чата, потому что иначе я вообще хз. Обыщите подземелье, это же оно, да? Да, все. Так, мне кажется, что здесь у меня уже хлыст был. Где мой хлыст? Не поняла. Где мой хлыст? Ёб вашу мать. Она в Дискорде в ссылках есть? Я же удалила оттуда. Серьезно? Не удалила? Ладно, потру. Окей, уговорили. Вытру оттуда. Хорошо, мне казалось, что я везде их забрала, эти ссылки, ну ладно. Так, вы мне рассказали, как у вас день? Я не видела. И я уверена, что это не потому, что я невнимательная. Я уверена, что это не потому, что я невнимательная. А ну-ка, срочно рассказываем Викуле, как у вас день и утро. Те, кто не рассказал. Кто рассказал, я видела, но рассказали не все, я это знаю. Все, это я зря. Кто тут, блядь, умничал? Кто тут, блядь, умничал? А, я заменила, оставила чат, все, я переделаю тогда. Нравится, что люди приходят? Тебе нравится, что люди приходят в чат? А, и молчат, да, 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 да. Вот это тоже каждый раз, ну, поздоровайтесь хоть.
хоть шот напишите, хоть стикер отправьте. Тю. Так, у меня здесь уже был хлыст. Как говорится, непон. Я шо сюда пришла? Палкой-копалкой ковырять. Сейчас поздороваюсь даже. Так, ля сучара. Не та кнопка. Вообще, я чё, мне прокачиваться негде пока что, да? Ща. А, так, где прокачка, да-да-да, разряд молнии, плеть. А, так, что я собиралась вкачивать? Усиленная плеть, мерцающая грозовая, дальше я буду вспоминать. Все, я просто так бегу, что я все забыла, понимаете? На нахуй! Понеслась пизда по кочкам. Что такое, блядь? Встал, сука. Так, я не помню, куда бежать. Вот это просто шикарно. Установил поселенца всем в RimWorld. Так, сейчас, подождите. Установил всем поселенцам в Римке железные ядерные желудки. Теперь в питании не нуждаются. Раз в 2 дня. Пошел нахер. Так, сейчас, секунду. Угу. Если есть вот эти штуки, значит, мы бежим правильно. Вот здесь должен быть босс уже по факту. Раз в 2 дня к рационному хоть одного удалять вынужден. Так, здорово. День как-никак должен к собесу готовиться. Куда что будет? Поэтому настрой. Я еще не готова. Но этот на изичах. Я еще не готова. Так, ну, фастом, видите, по фасту, так сказать. По фасту. По фасту. А когда у тебя собес, Firehead? Ты вернулась? Есть немножко. Старые руины пусты. Городу ничто не угрожает. Правда? Кнопочка передать, чтобы уворивание в твой час, да, говоришь, за тебя нам послали небеса. Оно не так процесс, зараз проверю. Да, кнопка о, ВД. Прости. За двуликая тут, прокушка. ТГ-чате. Только похлёбкой, душевной беседой и... Эй, выпей с нами! Так, ничего не здесь, или ты удалила? Я просто удалила уже после того, как ты пришел, Кэт. Твоё ну, я поудаляю везде. Да, удаляю везде.
За спасительницу! Карциному, господи, карциному хоть одного до удалять вынужден. Ну что поделать, видишь? Плата за то, что кушать не надо. Настрой будь что будет. Слушай, с одной стороны, наверное, все-таки хорошо, что настрой будь что будет, потому что у тебя нет вот этого, вот знаешь, перетрясучки, которая заставляет делать какую-то ерунду на собесе. Билды фул в одну ветку не собираются, они обсираются в какой-то момент. Во второй же на той же сорке точно нельзя, нельзя было он ли в молнию идти, иначе встречаешь резист и посос. У меня просто будет друид еще. У меня просто слизь в горле, хрипеть. Ну у тебя, скорее всего, этот отхаркивающий кашель. Даже больше, когда играю в стихии, просто урона не будет. По идее, должен быть завтра, сегодня позже. Все, поняла. Ну, если что, держу пальчики. Это как, ты прям хочешь туда? Или себе, в принципе... С другой стороны, если бы туда прям хотел-хотел, наверное, не было такого, знаешь. Ай, будь что будет. Кэт заходит в чат. Вик, бежит удалять ссылки, чтобы больше такие не приходили. Ну, конечно, Кэт. Ну, ты... Ну, естественно. Ты все понял. Ты все понял. Аллергии на самом деле могут развиваться, поэтому вы имеете в виду, если у вас раньше аллергии не было, а внезапно она появилась, все может... Она просто может развиться. Да это что ж ты? Она, в принципе, просто может развиться. Есть такая история. Горло полоскать, пить антигистамины и стало помогать. Проблема в том, что с круто, конечно, не так легко попасть ни к врачу, ни к какому-то источнику лекарств, поэтому вот тут, конечно, проблемка. А они включены, Famous. Дропы включены. Дропы включены. Приятного лурка, питон. Так, сейчас меня накормят бабочками. Хотела сказать, но нихуя не бабочками. Хуябочками. Так, сколько у меня денег на карте? Что у меня по карте здесь? Понятно, идем снимать. На выезде никак, максимум могу попросить, чтобы передали что-то от горла. Смотреть, что там это потом. Ну, можешь попросить передать что-то от горла и... или от аллергии. И или от аллергии. Тоже не помешает, я думаю, иметь в виду. А вот тут у нас, как видите, лежит коробка, кстати, от руля, который мы вчера в Дискорде пробовали. Если что, у нас в Дискорде стримы проходят тоже. Вот вчера мы в Форзу играли на руле, который, на который мы собирали деньги. И который мне вчера пришел. Чё, чё? Не снимать? Еще не готова. Хей, Лисен. Она! Она! Нахуй. Я так люблю трогать кошачьи сухие носы, они такие шершавые. Пипеть просто. Вставай. Да там вся деревня 4 человека, я тебя умоляю. Придется выбираться с боем. Вся деревня 4 человека. Сейчас выгребем. Ой, Спрут, спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Ща как нахерачу. Так, заблудшие души. Отхлестать все заблудшие души! Чтоб вы всрались! Сюда! Ладно, не 4 человека, 5. 5 заблудших душ. На! Да. Слышь, говна пирога. Кажется, все. Сохрани нас свет. Безумец? Эти еретики отравили меня, когда я вернулся вот, из руин. Вот, я показывала ногти новые, смотрите. Когда я пришел в себя, то сбежал. Попытался попасть в часовню, но дверь была заперта. Я сегодня даже крыса нормально лекарство съела. Блеванула цветами, поняли, в прямом смысле? В прямом смысле блеванула цветами. Что это за зло такое? What is this melody? Лепестки? Кровавые лепестки, да. Ох, они, должно быть, скормили их мне. Какое богохульство. Где они этому научились? Ответы наверняка спрятаны в часовне. Черная магия, я тебе отвечаю. Заперли.
Я тебе отвечаю. Быть у их так, все, заказала. Спасибо большое еще раз. Спасибо огромное. Ключ должен быть у их предводительницы. Давай. Открывайте ворота. Понеслась! Понеслась. Куда понеслась? Чувак, пошли. Бежим. Крысу? Она сама. Ну, как, я если просто крысе даю вкусняшки какие-то до тех, что дали мне. Того, как кормить ее лекарством, она потом мясо не ест и выпендривается. А вот если ей немножко вкусняшек не давать и дать их как награду после, то она ест. Но правда сидит, знаете, вот это вот полторы минуты. Наяривает. Семка жрет за 30 секунд, а этот чисто дегустатор. Слов нет вообще. Наслаждается. Ну, чисто он так медленно, потому что Семка, он прям, знаете, Азорище, ну ты ложечкой наш чайной отец набираешь, и там такая корочка. И он прям вот так лапами спасению хватает, забивается и начинает запихивать в рот. А этот, вот ты перед ним кладешь ложечку с лекарством и мясом перемешанной, и он вот это вот лапкой раз переживал, лапкой два переживал. Прям сидит и жует, знаете. По вот этому принципу, что надо жевать. Для хорошего пищеварения нужно тщательно пережевывать пищу. Вот, он просто адепт этой истории. Просто сидит и такой и жует. Уже во рту нет, а он дожевывает, пережевывает. Это просто пипец. Это, блин, что за крыса, я не знаю. Но они такие смешные. Они грешны. Семка, правда, ужасно. Он сыт так, что у тебя по руке течет потом. Быстро есть, надо будет мясо. Но у него есть такая штука. Он берет комочки некоторые мяса, знаешь, такой на зуб их, и потом просто выкидывает. И ты смотришь на это мясо и думаешь, что скотина. Я зачем все это делила и мешала? Это можете сделать только. Чисто такой. Изыди! Дочь гнева! Вера. Ой. Учит вас подавлять. Ну, жевать, получается. Жевать. Делает вас пленниками самих себя. Мне в ТикТоке попадаются уже видосы, естественно, про Диаблу. Про Диаблу. И узнайте, типа объяснение гетерохромии. Не объяснение, а как такой момент про гетерохромию Лилит. О том, что в древние века люди с гетерохромией считались ведьмами. Ну да, когда была охота на ведьм, все такое. Гетерохромия считалась признаком связи с дьяволом. Вот поэтому у нее гетерохромия, собственно. Опять добил. Да, да, то, да. Ну, как бы опять на Твиче, впервые у меня. Боритесь с искушением! У нас... На! У нас не было никогда дьяблы, ни одной. Как она ему шибанула такой уебубли, и при этом он живой остался? У тебя гетерохромия... Horror VR — офигенная тема, классный опыт. Я пробовала Pagan Peak. Здорово, Битрейт. А ты какой играл, Кэт? Слушай, алло. Пол кг мясо и пол кг овощи. Я даже вначале не понял. Молодец. Я подумаю. Я подумаю. Десять. Пол кг. Минут за 10. Феймос, да как так-то? Они ты ж не ящерица, глотать же целиком. Матерь. То в средние века ведьмы не считался. Ой, многие не считались ведьмами, на самом деле. Ведьмами считались ведьмаками только люди, которые... Ну, причем мне все равно каждый раз забавляет, как, допустим, там в Европе ведьмовство считалось, да, грех, вот это вот все, ну, типа, арара. И у нас. Ой, ну, короче, ты, главное, людей не убивай, остальное насрать. Ты не убивай только. А там, как бы, ну... Живем вместе с этими всеми историями. Тебя покинули силы. Я уж думал, тьма забрала тебя.
Да она так... О, она шлютая. Она страшная. Вообще бонь, кстати. Что с тобой там произошло? Вкусный пиздец, поняла тебя. Мне было... Кошка. Видение. Рогатая. Непривычно, что глаза разного цвета с пятнами, а становится зеленый. А, все, поняла. Поняла. Эстетический прием пищи вечерком. Нормально. Это знаете, как надо идти в тренажерку, чтобы больше жрать. Она назвала их детьми. Здорово, Деспирадо. И они встретили ее будто... Надо просто идти в качалку, чтобы больше жрать. Типа, матерь? Ну, если кому-то нужно объяснение, знаете, если для кого-то недостаточно, просто хочу жрать, блядь, идите в жопу. Я должен предупредить собор. К востоку отсюда живет отшельник. Неясно, на чьей он стороне, но он владеет запретными знаниями. Он может помочь. Так, а скажите мне, что Лекс делает? Кто у Лекса там, туда-сюда, туда-сюда? И свет будет к тебе милостив. Все, понеслась. Чел, прости. Понеслись. Сейчас буду шлеп-шлеп делать. Навсегда повышают характеристики в игровом мире. Все, понял, принял. А, вот здесь обойдем. Подвал, конечно, классно, но мы туда ходить не будем. Туда мы ходить не будем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Заклацаю сейчас. Бегает, ждет, бегает свой кампейн. Все, поняла. Ну я вот быстро-быстро, видите? Что я сделала? Кто я? Что я и зачем я? Что я только что сделала? И нахуя я это только что сделала? Непонятно. Ладно, бежим обратно. Бежим дальше. Это алтарь. Понял? Принял без вопросов. Понял, принял без вопросов. Собрали все. Музыка божественно красивая. Я заказала, да. Я заказала. Заказала кушаньку, он должно приехать. Ну, из мака обычно быстро приезжает очень. Так, здесь мы исследовать, расследовать ничего не будем. Опять же, потому что мы все это делали во время демки-бетки. Блять. Будем исследовать, расследовать. Мы делали это все во время демки, бетки, поэтому мы с вами бежим. Ну, только денежки будем собирать. Рыжа в мавпа. Что за ягоды, непонятно. Нам, в принципе, насрато, правильно? Это то, что я думаю. Музыка все еще божественная. Что? Его убийцу не видно. А, ну так вот здесь же. Все. Если музыка не... Ну, справедливо, да. Если не божественная, то нафиг ее покупать. Все правильно. Я только сейчас поняла, как звучит божественная музыка в Диабле. Останний раз, прижав Макше... А, ну так то у вас ще... Чекай. Чекай, вас ще немає в цьому, в... Что в як його? Прячешь? В Глову немає ще? Я послышалась, как ведьмак быстро. Ну, ведьмак, вызываешь и быстро приезжает. Мало ли шо у тебя. Мало ли шо у тебя там, знаешь, какие-то это, срочные вопросики. Новые ногти супер классные, потому что они очень острые. Потом они подтупливаются, но вот это вот просто пипец. Она съев мене, немає беж... Ой, зрозуміла, ракушка. Ну це прикро. Це прикровастенько.
Покажи левую! Ты смеешь врываться в мой дом. Рыться в моих вещах. По крайней мере, имей совесть остаться на ужин. Я зверски голоден. Ничего себе история. Попросите срочно на партиечку, Вуговин. Это правда. Побегать туда, побегать сюда, пособирать говно какое-то. Правильно. Скажи спасибо этим добрым горожанам. Что там вот это заниматься ерундой Они всякой? Они дали тебе кровь. Помогать людям. Ага, сейчас. Кочка. Кровь демона. Кочка. Не просто демона. Дочери ненависти. Она дочь ненависти. Матери санктуария. Дочь ненависти, матери санктуария. Ее все понятно. Изгнали сотни лет назад. Как изгнали, Но так и призвали. Мир, ее творение. Такие дела. Нехер тут выебываться, поняли? Было предсказано, что она вернется. Чего она хочет? Хороший вопрос. Отвечать мы на него, конечно же, не будем. Санктуарий всегда был в центре вечного противостояния. Войны между ангелами и демонами. Но нам главное не пойти потом в первую Диаблу, во вторую Диаблу. Получается, санктуарий внук ненависти. О, кстати, получается внук ненависти. На мне знак порчи. Понимаете? Не знаю. Лилит, дочь Но ненависти, мать санктуария, санктуарий. Что ты внук ненависти. Делать? Сын. Использовать. Матери Я санктуария. Знаю, чего она хочет. Хорошо. Тогда вот. Я с тобой. Отдыхай, сын дочери ненависти. Вот, внук ненависти Потом и сын дочери ненависти. Ваша. Такие дела. Если а по батюшке как? Остановим Лилит. Это хороший Почему вопрос. Конец? Отец неизвестен. Это хороший вопрос, потому что отца мы не знаем. Отец просто это, знаете, как бы ушел по ненависти. Так, что я прокачивала, я не помню. Но что я прокачивала, мне насрать, потому что мы дальше идем вот сюда. Поехали наверх. Отец подлец. Безотцовщина, да. Спасибо, что чили сегодня Дэнни. Так, я чула. Ну там он же, ну, типа... Зов Лилит все сильнее. Кто из двованный? Я на дуже, якщо чесно. Я на дуже. Так, а ну успокойся. Выебывается он. Здорово! А что-то у нас интересное. А мы вот это занимаемся, видишь, непотребствами всякими. Электросоркой играю. Вижу своими глазами такое. Электросоркой. Как у тебя идет? Сколько ты уже нашлепал? Ангелы Нари. Здорово, здорово, Толян. Проходим все четыре Диабла, а там уже БГ-3 выйдет, да. Да. У третьей Диабла же тоже сюжет есть, правильно? Это ангел, который ходит среди. А по батюшке без отцовщину, да. И когда он узнает, что Лилит тоже здесь, польется кровь. Они с ней давно не ладят. 60-й нормас. Электро БДСМ 40, кстати, да. Брезгами, если мы их не У Ларату голос. Потому что я же стримлю, Толь. Сказать Послушайте. Имя отца, если об этом уже 2 года мы известно. Уже почти Ты шо, испортишь мне весь сюрприз? Так, денежка. Денежка. Я из второй помню ровно нихера, а третью я не играла. Первую я, по-моему, не играла тоже, кстати. Так, если я правильно понимаю, вот здесь открывается, мы сейчас жжем. Встаю. На это нет времени. Заткнись, времени нет! Чтобы войти в Киавашат, надо пройти ритуал очищения. Без здесь, по-моему, кого открывается, да? Можно нам писать. Ну, полчаса. Вот как раз на то, что я рассчитывала, как раз полчаса и. Понимаете? Пропусти его, малец. Как раз я полчаса и. Я годами уговаривала Ларата провести ритуал. Ладно. А ну, малец! Но она остается. Пожалуй. Встретимся внутри. Возьми священный кедр с алтаря и напиши на нем, какой грех не дает тебе покоя. Так, страх, гнев, гордыня, алчность, неразборчивые кракули. Страх, гнев. Так, но я все еще скажу, что у меня проблемы с гневом.
Поэтому. Нет. Это у меня, конечно, не страх. Мы просто сейчас сожжем и все к ебеням будем сжигать. Понятненько? Я буду вас это... замыкать, сука, и вы гореть будете в пламени адском. Понятненько? Вот такие дела. Что там? Давай, блядь. А ты... Зайди до Ждан. Ну? Да, последний вариант стилеша. Да. Груз. Добро пожаловать. Да не горит! Здорово, Space Horror. Привет. Да не горит у меня! Посвящение. Есть. Сделано. Сделано. Так, посвящение мы прошли. Приоритетное задание. Все, я так понимаю, да? Это здорово, это привет, это понеслась. Пизда по кочкам. Бля, сейчас бы вспомнить, что я качала. Сейчас бы вспомнить, что я качала. Ой, я этот синематик видела, мы демку играли. Мы демку играли, я его видела. Его и в этих самых показывали, в инфе по этим, как его? В инфе по этим. В трейлерах показывали же. В трейлерах показывали. Так, у вас игра залагала, потому что я альтабнулась. КВН не пробовал? Ща, мы будем слушать Лекса. Инглиш хуёвый, от игры не писаюсь, если еще не понимать. Но вот тут проблема в том, что я всегда стараюсь выбирать, понимаю, язык, который понимает большинство, потому что, да, типа, английский классно, здорово, все такое, но у меня... Жесть. Фокусировка... Я зашла в город, сожгла грех. Мы можем уже АНН. Так, чат, ну получается, мы АНН идем. С вами. А, получается НН. Получается, идем НН. Как сделать НН? Вот так. Подарив две подписки на участвующие в акции каналы в Twitch, вы сможете получить транспорт первобытный инстинкт. Вот, ну, короче, уже, наверное, да, поэтому, если я еще буду. Игроков видишь уже? Если ты их видишь, то все нормально. Ну, я в прошлый раз видела других игроков. Я вижу других игроков. По идее. Или я не вижу других игроков. Ну, по идее. И да. Что ты написала на этой деревяшке? Ну, город Кивашат. Что-то просто нет, ты не веришь. Гнев? В смысле, не веришь. Что ты скрин кинула, я поверил. Блядь, себе. Не туда. А, короче. Так, все, вот это я вырубаю. А, так вот. Когда ты стримишь, ты сам для себя еще в том числе стараешься выбирать более подходящий язык, понимаемый, потому что тебе нужно туда, сюда, пятое, десятое. Я даже с русским языком умудряюсь вещи некоторые упускать. Поэтому нет, это всегда русский язык. Это всегда русский язык. Здесь озвучка нормальная, здесь локализация найс. Красиво звучит, поэтому... Типа оптимально это, конечно, английский звук, русские субтитры, но здесь нормально озвучено, здесь мне нравится. Приносили жертвы, призывали демонов, развивали чудесные дары Лилит. Все еще пропустил, да? Сейчас мы с Лексом Айнане, и я остановлюсь, потому что сейчас я прям бегу очень сильно. Так, какой в прошлый раз я здесь уже видела персонажей, сам... если я правильно помню. Такой клячий только ворон. Если я правильно помню, здесь я уже прям видела персонажей чужих. Без звука фоновом. Да, есть такое. Очень многие так на самом деле. Ага. Старик. Просто эти изюминка еще в Англии, актеры прям рвут и мечут по квалити. Еще один квест, это короткий, все понимаю. Если он хочет. Закрыть. Погоди. Чё тебе надо, блядь? Старик продал мне ещё и эту штуку. Сказал, она ему больше не понадобится, но... Так, бегу. В чем прикол зампы? Она немножечко подсвечивает фон, но сейчас светло, и она нихуя не подсвечивает. О, прошу прощения. Но подвечереет, и она будет красная сзади. И мне вообще переставить надо, на самом деле. Лет. И, блядь, дверь не в тему. Символ Харадримов.
по перетаскиваниям. Да, Толян. Ученых и магов. Сейчас. Мы защищаем санктуарий от демонов. Нас осталось мало. Есть еще один Харадрим. Донан. С его знаниями о демонах может сравниться лишь его гордыня. Похоже, он тот, кто нам нужен. Хм. Поищи его в Скозглине. Но и о соборе не забывай. Церковь ждет тебя и тоже может оказаться ценным союзником. А ты со мной не пойдешь? Я отправляюсь в сухие степи, узнаю, кто такой этот бледноликий. Присоединяйся, как закончишь, и будь осторожней. Проблема, знаете, твоя в чем? Связь с Лилит, твои видения. Знаете, в чем проблема? Вот наш ключ к тому, чтобы в том, что... Ну, сейчас очень хуёво видно. Сейчас очень хуёво видно. Вот. Я просто не жрала, да. Матька, ты в коробку лазили? Не. Тоже только что за хай-фай, Толян. Порой столкновение наших судеб предопределено. Проблема в том, что хоть у меня сегодня начались месячные, и я даже когда... Я сейчас тороплюсь, и я даже от мысленного торопения, торопыжества, спешки от мысленной, у меня начинает живот болеть. Я таблетку выпила 30 минут назад. Странник сбился с пути в ненастье. Вкусил крови Лилит. Одинокий монах даровал спасение. И я сижу, никуда не двигаюсь, у меня живот начинает разные болеть. Разные жизни и случайности. Что же сплело их воедино? Неужели это судьба? Маг просто супербыстрая штука. Или высшая сила, да, дергающая за нити. Сложно было сказать. Тогда все мне коты казалось, на месте. Все дома. Спасти человечество от дочери ненависти. Ой, блядь. Я со страницей давал. За две подарочные маунта дропсом? Подумать только. Ну все, блядь, я зайду к Лексу и ебану две подарочные. А то что за дела? Мне шторку надо. Я вообще думала о том, чтобы вот пока вот эта ерунда у меня происходит, ебануть себе гринскрин. Потому что меня бесит то, что сзади происходит. Меня ужасно бесит то, что происходит сзади. Я думала съебануть просто гринскрин. А потом как... приду немного в себя, разгребу, переставлюсь. Просто сделать нормально. Вот. Я сегодня на суете пипец, потому что я рассчитывала, что к 12, к 2 часам я уже буду в коопе, знаешь? Во, все, есть чуваки. Чуваки есть, все. Сейчас я к Лексу возвращаюсь. Я думала, что к 2 часам я уже... Так, ладно. Вижу других игроков. Все отлично, звоню. Мы, короче, стримы друг друга смотрели, поняли, да? А, блядь, тик-тик-тик-тик-тик-тик, вижу вот. Лекс. Лекс, ты тоже мой стрим смотрел, да? Да. Ага, мы перекрестно смотрели. Да чё вы бьете меня, господи? Перекрестно смотрелись. Перекрестно получается. А я тебя попытался пригласить, а ты не приглашалась. А я, видимо, вот только что у меня закончилось, я увидела персонажей, поэтому вот сейчас мы, по идее, должны быть могить. Делай, дома никого нет. Да, а ты еще говори. А, бла-бла-бла, а я вот разговариваю, где-то примерно вот так и разговариваю. Вот такая история получается с разговорами у нас. Так, чат нормально слышно, Вико? Или прям слишком тихо? Деспирадо, это правильно ты сделал, потому что игры самый лайтовый способ вкатываться в язык, по крайней мере, чтобы понимать. Другое дело, что еще практиковать надо, чтобы и там писать, и вот это вот все практиковать неплохо бы, но это уже хоть что-то. Перевод, опираясь на контекст. Как в детстве, да, Фейрхед? Какая-то сальса неделя, на неделе просто полили чутка с... Ладно. Блин, KFC пипец не люблю, если честно, вот только крылышки острые и все у них. Больше ничего. Подарив две подписки на участвующие в акции каналов Twitch, можете получить репорт. Репорт. Репорт! Подарил подписки, репорте на канал. Определенный список. Прыжочек. Так, я тебя приглашаю. А давай. Только мне надо сейчас понять. Отдаю. Пригласить в группу. О, принять! Открылся портал какой-то. Так, сейчас я к тебе буду Все. Челмецвин, это ты что ли? Только не в городе. Да. Это я. Как я тебя? Подожди, одеты, погоди.
А я не знаю, подожди. А, я телепортируюсь, подожди. А, вон он ты, ща. Ща, ты синенькая меня херня. Меня просто портал. Все, ты синенькая херня, секу. Здорово. Здравствуй. Это притча, конечно, модная. Скажи, красивая. Я тебе звоню, а ты ЧСВ. Я точно дроид. Спасибо, Спрут, большое. Спасибо. Для Гремлина и Медал. Спасибо. Гринскрин, делай себе бэк прозрачный, чтобы больше. Ну вот я думала об этом. Спасибо, Пантериус. Спасибо за то, что закинул. Посмотрим все. Там, короче, дропсы всякие разные. Найтмакс, сделай. За эти дропсы. Делай. Кого? Лекс синенький, да. Лекс синюшный. Ну, 40 минут спустя мы в коопе. Ну шо? Понеслась пизда по кочкам. Ну давай. Я буду жевать. А что делать будем? Бля, не ебу. Ты инвентарь там почистила, все освободила, ты готова идти? Я нихуя не почистила, сейчас я здесь подпродамся. Ты нихуя не почистила, давай чисти. Так. Я тогда не знаю, что я буду делать. Я посмотрю, что есть. Давай, смотри, что есть. Я пока тоже переставляю себе всякое. Просто буду смотреть. Что, значит, мультистрим надо? Зачем надо, как надо? Все, все вот это можно продать к чертям собачьим. Благодарю. Есть что-нибудь еще? А что значит разберите, чтобы открыть новый вариант внешнего вида? Ага, все, я поняла. Давай разбирать. Я, а как разбирать? У кузнеца. Кузнец! Ты где? Ты тут? Вот он у него. Ага, все, поняла. Там все, что разбирается, оно тебе во внешние виды пойдет. Если понял. Значок такой есть, да, кирки, значит, да, я разбирала. Вот все буду разбирать тогда. Разбиралово. Все, я пустая. Совет? Да давай, конечно, Толян, можно. Нужно! Не то чтобы можно, нужно. Через 12 минут World Boss. Что? Но, мне кажется, мы не готовы. Не, ну мы можем стоять чисто, знаешь, как эти самые. Так мы даже не знаем, где это. Так, попробуйте, пожалуйста, восклицательный мульти. А? Я сейчас мульти? Это... Ну, я хочу... Я мультистрим добавила в команду. Мульти на русском. Не, игру зафризила... У вас есть мультистрим? Ну, вот Найтмакс сделал только что. А, фига. Ее фризит, потому что я альтабуюсь. И она начинает, у нее фепсы дропаются. Музыка пропадает, фепсы дропаются. Сделаю. Давай, не, давай. Парафегма, у меня это не работает, подожди, она сейчас заработает. Вот мы сейчас сделаем. Мы, разбирай, правда, все, что не нужно. То, чтобы надолго. Как Ворлда зовут? Как Ворлда зовут? Как зовут мирового босса? Завтра помогала на странных стримах сидеть, поговорить можно, разговаривать. Да, кстати, тебе и поговорить, и ты... Достаточно современный этот английский, слушаешь, разговорный. То есть с живыми людьми можешь пообщаться. Это охеренно. Очень сильно, да. Firehead очень сильно отличается. Винни, здорово. Я жопу приготовила уже. Но у меня есть мой танк. Федор, здорово. Мультика нет, а мультиков нет. Еще в один чат на мультистримах было бы удобно, да. Но вообще да. Надо просто партнерку получить на Твиче и все. Ой, поэтому приводите друзей на оба стрима, открывайте две вкладки. Разбирай предметы, пока к акту 24 не будешь. Там денег вообще кот наплакал, дают. Особо не нужны, пока к Лейту не подойдешь. Угу. Все, поняла. Ну, кстати, ребята, между чатами там очень удобно переключаться, в принципе. То есть их, конечно, не после... два сразу, но тем не менее. После 99 уровня покажут, да. Проклятый златолюбец. Но, блин, мы не пойдем на златолюбца, я думаю. Давай пойдем по основному сюжету. Давай, я согласна. Так, а вот это синенький, это квесты, да? Синенький это дополнительный, да. Ага. Ну, мы ж можем их собирать и походу там делать, если вдруг надо будет завернуть куда-то. Давай, а ну давай, если ты соберешь, он у меня соберется. Давай. Так, теперь я постараюсь успокоиться, потому что я очень быстро бежала. Я не хочу выглядеть добрячкой в их глазах. А ты скипала? Может, приободришься меня? Не, я смотрела. Нет? Ты получишь деньги, рекруты, уверенность в себе. Скипала только финальные диалоги, которые, знаешь, ты молодец, там, да. Я об этом позабочусь. Босс от нас очень далеко.
Так. А где он? Подожди, он отмечается как-то? Он даже не отмечается никак. Толян, а где он будет? Так, я пошла подбадривать. Тебе вдался квест? Подбодрить? Нет, мне надо самому убрать. Спин-офф? А что за спин-офф? А, все, поняла. Самому брать. Здесь, короче, все квесты берутся самостоятельно. Окей. Угу. Изменить. Что там им надо было? Отлично. Что-то она у меня либо не взялась, либо еще, либо они уже подбодрились. А, не, это все. Почему они никак не отреагировали? Странно. Так. Все, от тебя, блядь, типа научили эмоциями пользоваться. Да, я поняла, только это пипец неудобно. Почему? Я просто запуталась. Неплохо. А. Я запуталась в кнопках очень сильно. Так говорю, а со стражницей. Это потому, что у тебя их спасибо. Много. Ну, кстати! Века, понимаешь? Попробуй запутайся на плойке. Зато я могу приближать и отдалять камеру. Я тоже могу. И мне не надо перебиндивать ничего. Ха-ха! Ну так я уже перебиндил, нормально. Что начинается-то? Пойдем в эту. Идем. А, он нас не открыт, потому что он в третьем акте. Ой, красиво как, посмотрите. Ой, красиво. Через веру и покаяние. Мы можем обрести. Я потом у тебя пересмотрю, как она у тебя выглядит. Может, красиво? Это пипец. Красиво, пипец. Федор, ты ждешь, да, пиратский этот кэт-квест про пиратов? Я могу тебя осмотреть. Я твои шмотки вижу. Да. Хрена одета уже, адепт. Где ты редкий посох взяла? Он выпал мне. Он мне. Я не знаю, он мне выпал, пока я бежала. Ясно. Вот так вот. Мы понимаешь, но у меня такого нету в душу, редких брат. Вещей. У тебя базовая все? Преподобная мать. Ну, да не базовая, но... Зато у тебя кнопок меньше. Да не уведет это факт. Тебя от него искушение. Оно все здорово. Говорит, да мировые боссы нам не откроются. Грех. Да, хрен с ними. Из себя ну, в принципе, да. С рулем взяла мне. А я говорю, а, у тебя не запускается. У нас отдельно все? Мы отдельно надо все делать. Блять, поняла. Ну, будем синхронизироваться тогда. Преподобная мать. А Ларат, разве не с тобой? А там доп, Аносис, это спин-офф. Ну, не доп, а спин-офф. Не стоит полагаться игра, но... на этого старика. Что может быть важнее, чем это? Лилит. Так ты знаешь? Да, конечно, знаю, блядь. Меня цветами кормили. Блевануло ими. Само собой. Один из наших рыцарей доложил о демоне в штормовой долине. Три педали, очень три, похож понимаешь? Очень на того, которого видели в Невеске. Если отправишься в Елесну... Семь позиций у коробки. ...и узнаешь, что там произошло... Карту принес. ...собор света будет признателен. Да. Я хотела отправить Ларата, но... Блин, я вот сижу и думаю, мне катсцены пропускать или нет? Вроде как мы их тут уже видели, а вроде как может кто-то заново смотрит. Воля Инария будет исполнена. С другой стороны, я все равно буду смотреть их все. Ну да, да. Поэтому ты без меня далеко сильно не убежишь. Возьми отчет рыцаря перед уходом. Ну, ты типа говори, если катсцена, я буду просто затыкаться. Хорошо. Хорошо. Так, ну это, я готова... Где я? Я вошла в Лекса. Простите. Три педали. Три педали. Три педаль. Слышь ты, три педаль. А будет прохождение Диабло на руле? Кстати, с педалями. Блять. Можно, не надо. Почему? Не очень хочется. Возьмите доклад Виго. О-о-о. Подожди, это у нее? Это она Виго? А, блин, да, она, надо было еще и взять. Упс. Ага, так. Хорошо. Отойду, давай. Давай, спутик. А, это же вроде не DLC, это отдельный проект, просто маленький ну, типа, спин-офф, опять же. Это же вроде отдельная игра. Кэт-квест пиратский. Что, погнали в Елесну тогда в эту? Погнали.
Там разберемся. Надо кому-то втащить уже наконец. А ну сколько можно? Целых 10 бля, минут. Бля, посмотри, ходим, золотишко. Посмотрите, как красиво, ребята. Так, а мы на каком. На какой сложности? На ветеране. На ветеране, все, охрен. Да. Ребята. Софт-порн, так сказать. Софт-порн, но с ветеранами. Но получается. С ветеранами, да. С ветеранами софт этого самого. Ну, вы поняли. С ветеранами софт-порно. Да. Вы когда на мультистриме одновременно вверх или вниз бежите, башка просто начинает реально, лол. Боюсь себе представить даже. Тут, кстати, задание можно взять. Давай возьмем. Давай, бегу. Кто-то. Бегу. Бежит. Жрец Матвей. Говорит. Ну, короче, читай ты, я читал. Ага. Жрец Матвей говорит, что время пришло. Я уйду из Маргрейва на рассвете. Путь предстоит долгий, но моя вера безгранична. Да сбережет меня свет по дороге к монастырю, чтобы его милость открылась мне в священных стенах. Поговорить жрец Матвей из Маргрейва. Так, а я прибежала, а все мертвые уже. Ну, я поняла тебя. Да. Так, а идем. А ты, да. Идем на этот сторонний. Ой, бать, здорово. Я нажимаю кнопки, которые некромантовские. Привык. Блин, привык, прикинь. У меня получается... А ну сейчас, подожди секундочку, я перебинджу. Ветераны трепетали, да. Так, сделаем. Все, готов. Так, ты будешь электро, да, полностью? Да, да, полностью электро. Я тогда у себя уберу электробилку. Давай. Да, получается. А тут вот эти медведи, значит. Чел-медведосвины? Нет, это я чел-медведосвин, а здесь полярный медведь. Опа. Ой, тайник еще какой-то. А ты можешь подобрать, тут валяется? А ну-ка, сейчас бегу. Задание дает. О, да. Есть, да? Да. Тайник экзорциста. Найс. Тут, конечно, исследовать и исследовать, шибанешься. Вот это у тебя бронька вырастает, конечно. Я ну, тебе так скажу. Я ж типа по танка качаюсь, вроде как. Всё, я танкую, поняла ты бьёшь. Все, поняла тебя. В теории так это работает. Но пока что-то я грибаю в основном. На вторые сутки варвар... Серьезно? Но говорят, что варвары сильные достаточно. Ну, варвары, да, варвары ОП. Прям... Да-да-да-да-да. Ой, смотрите, поэтому икона варвары. Здесь лежит, прикольно. На первой майке у меня друг был фулл электро сдал. Ой, я что-то по кишке побежала. Куда? Я бегу к тебе. А не влейте кабину разносят? Можно ТП-шиться один друг другу? А что-то я не вижу, чтобы можно было. Друид-танк очень странный. Неважно, забей. Это медведь. Медведь, воспринимайте как медведь. А не влейте. Вот ну, же должен понимаю. Танковать, правильно? Ну, правильно. Тут сундучок, кстати. Опа, вижу. Танкующий мышавор. А может быть, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Толяна, у тебя этот самый некр, да? Некроморф, некромант, некрозверь. Грудолаки. Твои глаза. Уба, приветики. Привет. Сейчас рейд боссом. А сделай фоточку, сделай скриншот. Рейд босса, мир босса. Да, я просто буду ставить в проходе, закрывать и собой проход. Да. Про все правильно, просто. Кстати. Пока некрономист, работаем. Да. Ага, самонер. Угу, поняла. Ну вот некром прикольно, потому что ты не один. Ходишь там с самоном своим, и тебе прикольно. Не чувствуешь себя он в одиночестве. Он очень живучий. Ну я помню, что дамага там прям не особо, да, у тебя было? Ну да. Ну это может я просто его решал. Танкующий дед друид из Астерикс Обеликс. А мы с тобой куда помню, пошли? Мы тобой с тобой так странно пошли. А мы пошли. В Елесну идем. А, мы все, Елесну, я тебя да. поняла. Это бывалый, местный, поняли? Опа, я уровень получил, между опа, прочим. Опа, а давай.
Чуваки, если у вас будут какие-то советы по... Угу, угу. Говори, говори. А, я говорю, я без понятия, что мне качать, если честно, не подготовлен. Поняла тебя. Я, если честно, готовилась, но я тоже без понятия, что качать. Ребята, если будут советы по прокачке, вы давайте знать. Прям оно, это, highly appreciated тут. Всем привет, да, кто подходит. Советы давайте, а мы им следовать не будем. А мы им следовать не будем, да. Мы будем делать так, как сами считаем лучше. Да. Всем привет, кто подходит. Мы играем на софткоре с Лексом в коопе. Он друидом, вкачанным в танка, я электросоркой. Присаживайтесь, рассаживайтесь. Так, Вик, ты куда-то это? Где ты? А я вот чуть выше, да. Вау. Тут Лето просто такой домик. Накидала. А, видал? Да, так я там тоже накидал. Видал? Это хорошо. Видал. Вот где я. Так, я бегу к тебе. Крыса! Бегу к тебе, иду к тебе. Ну там, да, зайди внутрь еще и чуть наверх пройди. Зайди внутрь, да? Выйди с другой стороны, там тоже там золотишко будет. Там золотишко. 13 золотых. 11, о, видал? О! Опа! Ничего. Немножко денежек. Чат переподключается только у Лекса. Смысл, я не виноват. Когда Resurrected вышел, пошел любимым друлем играть. Дурели ни одним билдом друида, кроме медведя, не осил. Хз-хз. Ну вот. О, золотишко, смотрите. Так это получается медведь золотой копытца. Выходит. Три лозы висельника. А мы, кажется, пришли. А мы пришли. И лесно. И лесно, да. Так, сейчас я зажгу телепортатор. Да, надо это сделать. Так, мы что мы будем делать? Мы по основному квесту или по допам? Поэтому? Какой план у нас? Вообще? Мне, в принципе, все равно. Я это все проходил пока что. Красиво, пиздец. Я могу пойти куда угодно. Здорово, Уба. Привет, Грейв Комакс. Здравствуйте. Ну, ты и что больше хочешь? Ты я бы и по... Я бы и по сторонним немножко походила. Так что давай с Олесей еще поговорим. Ну, давай с Олесей. Открывая вышки, бывает кинжалом по стелсу спрятаться в траве. Какие услуги? Я регулярно поставляю священникам, скажем так, образцы. Но в последнее время утолять их жажду знаний стало опаснее. Мне требуется несколько целых сердец вурдалаков, обитающих в этой области. Голодные мертвецы в этих краях довольно необычны. Прислала бы письмо раньше, мы бы сразу насобирали тебе и сердец. Капель крови. Я бы сама их добыла, но мне привычнее с теми мертвыми, которые лежат неподвижно. Я заплачу тебе. Только попрошу хранить молчание. Блин, ну Resurrected очень хорошо выглядит. Лекс, ты говорил, что это Resurrected, да, потом? Возможно, потенциально. А, возможно, да, очень прям вероятненько. Шанс давай есть. Тогда, если мы одну допку взяли, давай тогда все возьмем. Давай. Потому что там примерно в одну сторону вроде как. Вот тут есть письмо паломника. Ща, бегу. Я так сказал, все, будто бы их 10. Только 2. Мое паломничество 2 началось в Елесне. После прочтения благодарственной молитвы у придорожного святилища на меня снизошло благословение. Так это, давай тогда поговорим с... кто там? Еще тут в рыцарском гарнизоне. Давай, давай. А, потом пойдем, нам все равно давай. В ту сторону. Я разговариваю. Давай. Так, задание выполнено, угасшая слава. Не мог отвечать босс, поехавший. Письма дорогие. А, сова, крыса, нахай. Помянем с допками, можно увидеть, сколько в регионе допок на карте. Так, а это как? Поняла вас. Там написано все. Подожди, типа в регионе? Вика, давай. А почему ничего не меняется? Пошли, пошли стаскивать, побежали. А что надо? Куда, на синий идем? Ну, вот на эту область и в сторону маленького кружочка. Тебе видно мои метки на карте? Да. Я вот синюю поставил. Да, да, да. Да? Все, идем, давай, идем на метку на твою, да. Идем. Бегу. Бежу. Нет, я не буду закидывать ногу на стол. Поменял правила пользовательского соглашения. Не гарантирует отсутствие вирусов. Что такое? Мне кажется, это какая-то ерунда. А что за источник такой? Федор.
что за источник ты такой? Где ты это нашел? Эту инфу. А что там? Что типа Epic Games поменял правила пользовательского соглашения. С данного момента они больше не гарантируют отсутствие вируса в приложениях, выложенных у них на сайте. Мне кажется, это какая-то ебала. Ну да, звучит прикольно. Звучит как какой-то вброс, если честно. Давай сердечко соберем. Сколько там? 20, так, а как квесты? Квесты. А я тебе на геймпаде могу сказать, как. Блять. Да. Субрегион, регионов 5, а долина максимум. Сейчас. Так, вот это максимум. Везде по 35, что ли, или что? Друид хорошо кушает. Друид кушает неплохо, да. Это правда. Ну, все правильно. Ну, конечно, медведем здоров надо быть. Тоже опа! Это ты вкачалась? Да, или это я вкачалась. Но у меня это точно есть. У меня точно есть этот level up. Так. Задание. А, 15 всего сердец. Всего 15. 15. Так-то да, давай тогда в эту сторону потихонечку двигаться. Тут нам надо найти что-то было. Так, а, сейчас, вот молитвенник. Секунду. Кекистан, сухие степи, все поняла. Просто подстраховываются, в Steam несколько раз тоже вирусы в играх находили майнеров. Так, все, поняла, Толян, поняла. Steam тоже несет ответственность за такое ЕГЭ, поняли, что забыли от себя от исков обезопасить. Ну, это какая-то хуйня, если честно. Так, сейчас, подожди, я, конечно, вкачивалась, прокачивалась, но я совершенно забыла, что я делала. Скорость передвижения повышается, когда время восстановления сокращается на 0.15. Ой, да нет, хуйня. Выпускаете разряд молнии. А ты там молнии. Прям продумала, как ты будешь все качать? Я думала, все. Да. Я все забыла, понимаешь? Так, я нашел какой-то алтарь. Я забыл, что с ним делать, если честно. Молитвенник. А, так. Вознесите молитву, эмоции, спасибо. Запас ман... Подожди, а что здесь? А, сердца вурдалаков, все, поняла. Я пошла сделать самое, знаешь, надежное. Прокачивать ману. Самое оно. Эликсира на 3 часа уровень, спасибо, пожалуйста, конечно. Так, искрафан, цепная через заряды, зип-зап, вот это будет прекрасно. Так, а что здесь мы? Вик, тут надо спасибо сказать алтарю. Ебать, конечно, вы интересные. Да, шутка. А ну-ка, сейчас, извини, привет. Извини, привет. Спасибо. Нихуя себе! Приекал. Вот, короче, такие алтари, они по всему миру раскиданы, на них надо всякие эмоции делать. О, прикольно. А на а них, я понятно. Я на них ходил и тупо смотрел, я забыл, что это надо делать. Там обычно намек на то, какая нужна эмоция. О, серебряный самородок нашел, ничего себе. Что, тогда... Я не знаю. А, у кто идет? Я тебя спасла от ужасной смерти. В принципе... На желтушечку идем. Да, можно пойти квест узнать. Идем. А может цепочки, я просто не помню уже. Ой, да вы что делает? Ой, это как а ты можешь через мой портал выйти? Нет, ты исчез. А, ну это просто на карте выбираешь и лес, ну и тпшишься туда. И ты точно так же исчезнешь. Получилось? Я не в Елесне. Не понял, а где-то. Сейчас вернусь. А, окей. А где ты? А я в первый городок вернулась. А. Ну ничего, что? Презентацию Apple очки. Да, мы вчера обсуждали в Дискорде. 3500 косарей. Очки. Это любопытно, я бы так сказала. Это пипец дорого. ПКМ на карте стоит, там пусть... Ага, все, поняла. Окей. Я вообще не представляю условия, при которых Столик, я бы да. купил эти очки. Если вообще ты супер фанат Apple. Ну блин, 3,5. Супер фанат. Ну, это подразумевает то, что я богатый. Рыцари готовы обучить нас паре приемов. Так, это вот у Олеси сдавать, да? Прожорливый мертвец. Ага. Сердца. Отличная работа.
3500 зеленых, да. Спасибо большое. Крайне заинтересовались. Можем еще в Маргрейв сходить, если не хочешь прям сразу на основное задание идти. Давай. Сначала да? Нужно его понять. Ну, это чисто налево надо. Сейчас, подожди, отмечу. Может, даже с Киева... Это с Киавашада быстрее будет, мне кажется. Давай тогда в Киавашад и с Киавашада уже... Давай, поехали. Катедралом. Забавного, майки такие. Мы сделали доп. Реальность для людей. Всю первую партию. Раскупили военные! Ну, для людей же. Для людей. Все, по фактам. Ну, что, военные не люди, что ли? Реально подсказки нужны. Ком слишком быстро грузится, понимаю. Так, вот здесь квестик есть еще один, подожди. Давай возьмем его, давай все просто наберем, а там потом давай, посмотрим. Давай. Чисто будем да. собирать давай. Все квесты. Базан так и не вернулся из мини-стада, куда доставлял требования десятины. Прошу, пройдись по дорогам, узнай, что его так задержало. Собору нужны подати. Только 20 штук квестов можно взять. Сколько? 20. А, ну, я думаю, мы справимся. Ага, все. Все, я ну, нашла все, эти. Теперь можно в Мангрейв пойти. Так, здесь Маргрейв. Только по одному, да, получается, мы взяли и все. Ну, да. Все, давай в... А там в Маргрейве еще будут квесты. Поехали, вот туда, где ты, да, где, куда ты. Куда, где угу. ты, что? Куда, где отметил. Столько не соберете. HoloLens самый дешевый 2000. Майки сделали партию для военных по заказу. Работают с ними для улучшения. А-а-а. Так, я что-то затупила, бегу. Церкви нужны деньги. Плати налог. Мы будем клан создавать? Давай, а чё не? А он как будет называться? Справедливо? А я... Даже это хороший вопрос. А я тоже не знаю. Это надо, вон, над этим надо наших обдумать. Наших феймусов возьмем. А давайте. А кто еще, ребята, кто еще играет из... кто в чатике? Так, подожди, нам направо. Направо? Угу. Говорил налево, а теперь идем направо. Наебало? Я не говорил налево. Хорошо. Я говорил вниз. Хорошо, ладно, вниз. Ладно, убедил. Ладно. Без вопросов. У меня тут что-то мелькает. Ни шагу это... назад, войдите в зону. Пошли! Погнали. Ща вдвоем, блядь, развалим ебасосины! Говорит, что такое? Берегись. Сейчас рванет. Говорит. Останови их, говорит. Что происходит? Что-то лезут. Че, слушай, у меня такого не было. Не было? А ща, блядь, где... Чувака надо, походу, сохранить. Еще 4 атаки как врагов. Понеслась нам нахрен. Нахрен тут разломаются. А, сука! Ау! Тут какой-то пришел чел, грохочущий костяной капитан. Бегу. Вика. Очень грохочущий. Очень костяной, очень грохочущий, поняла. Очень грохочущий. Я наверх, ты или давай, ты вверх, я вниз. А какой вверх? Ты там норм, ты как? Да, вообще на изи. А, у меня тут челы пришли, я их убил уже. Хорошо. О, еще пришел какой-то элитный. Опа, вижу. Элитный пришел, чувак. Бегу. Бегу танковать. А вас закрыли. А вас открыл. Так, пиздошь его. Так, надо застанился, хорош. Костяной балистрарий. Ёбнешься. А, да-да-да, это как типа баллистика такая. О, дывы. Дывы нормас по красоте живем. Так, подожди, у меня уровень. Кстати, сейм. И Алекс, три дня пили надо... уже или четыре. Насчет этого? Как его зовут? Клана? Чтобы взять... В компьютер. Так а в смысле пилю? Так я сразу сказал, Famous, это Famous пишет? Да. Я же сразу сказал, что мы сделаем клан. Просто Вику ждали. Че пилить? Мне не надо пилить, я согласен, я только за. Да, кто из вас играет в компьютер? Кто играет в компьютер, возьмем в клан.
А можно не в компьютер, можно в слойку тоже. Хочется как-то, а, знаете, оскорбить. Но я не буду. Кого? Но я не буду. Меня? Нет, нет, ты что, как можно? А. Фух. Но мы клан... А клан как делать вообще? Ты разбирался? Ты смотрел? Не. Вообще не. В целом, Спрут. Не прям конкретно сейчас. Ты сейчас играешь в ИРЛ, понимаю. Сбрасывает время восстановления. Вот это. Нормас. Вы уже сделали клан? Нет, Фокси, мы еще не сделали клан. Мы над этими ответами. Но мы обязательно станем лучше, будем делать кланы быстрее. Переходит к цели, следующий разряд носит на 10 больше. Может быть кооп, конечно, может быть кооп. Как ты можешь не быть коопа? Блядь, Толя пишет, хочется как-то оскорбить, но человек и так уже на плойке сидит. Ладно. Сука. Простите. Зато у него что, не лагает, идем? Потому что я видела, как у людей, понимаете, у стримеров, блядь, фризит игра. Так, сейчас я решу. Цепная молния наносит критический удар, создается искрящийся заряд энергии. Мне для чего-то будут нужны эти искрящиеся. Подобранный заряд энергии время от времени наносит урон окружающим противникам. Переходит к цели, следующий так, разряд наносит 10% больше урона. Давай, пизди, я сейчас, потому что я прям пипец. Да, тут какие-то... Это потому, что у тебя свои PS5 нет. Справедливо. Но я завидую. В Диабле, да. Клан в Диабле. Букву N нажми, будет клан. Это как тесловая катушка. А тесловая катушка — это вот эта разрушительная цепная молния. Вот это ты имеешь в виду, Толян? Да, все, беру. Охуенный шутан в VR-графоне, пиздец. Бывают баги, кто в целом неплохо. За желание хорошо. Оскорбить спрашивают. У меня желание оскорбить? Никакого. Да. Оскорбляла не я, оскорбляли ребята в чате, и я рядом стояла просто. У меня не было возможности уйти. Дыхание ангела. Что это такое? Ой, у меня есть арбалет. Но ты арбалеты тоже не в почете, у тебя арбалеты. Явно не ношу, нет. Угу. Ой, а тут есть дозор света. Да? А что это? Мы хотим туда... Только, блядь, ну давай попробуем чисто из интереса. А подожди, а что здесь? Надо почитать. Блядь, я случайно кликнула. Форт рыцарей, который, по-моему, сюда будет квест. Да? Блядь, красиво, точно. Пиздец. Ты уже зашла? Я случайно кликнула. Не, давай сначала в город сходим, может квест сюда будет. Давай, выхожу нахуй. Выхожу нахуй, давай. Всё. Опа, ребяточки пришли. Вышло нахуй. Так, золотишечка. Получены награды за изучение. Очень кайфово. Медведь охуенный. Так, чё кого убивать? Да. Медведь прям очень приколясный. Здоровенный. Здоровенный! Вики обзоры на игры писать, блять, красиво, пиздец. Ну, а чё, а в чём я не права? А ты пишешь рецензии на игры, кстати? Нет. Не знаю, в Стиме там оставляешь вот это? Не. Но надо начать. Я всё планирую, и всё никак. Я даже не помню, я в своей жизни хоть один писал. У меня была одна только, по-моему, написана. Одна или парочка, что-то такое. Одна какая-то негативная, прям все очень плохо там было. А вторая на эмоции у меня написана. Ясно. Либо обосрать вот это вот. Ну да, хороший есть такое. Хороший друг какой-нибудь, да? Дизайн тима Да, дизайн тима просто прям мое почтение с уважением. Им охуенно поработали. Так. Циркония, блядь. Тут куча квестов. Опа, вижу. А давай. А набираем все, что есть. Теперь видишь Лактан. Так, сначала сдаем. Огромный костер. Дело ваше. Нет. Дело наше. Все ясно. Я напишу, значит, да. Наш юный брат. Я обещала, я напишу на него. Писал обзор с ним. Я тоже так делал, кстати.
Но это то, чего мы все заслужили. А я напишу сзади после стрима. Смерть Фокси, здорово. Копатыч мне очень нравится, но холода, пока что у меня такое ощущение, что я буду слишком много им сосать по сравнению с Некром. Большего. Но это не точно. Красивый пиздец, графика охуенная, геймплей заебись, Вика Gaming Journal 10-10. Я так и напишу, кстати, Фокси, спасибо. Да. Что пробовать? Тьма окружает нас, грозясь поглотить в любую минуту. Наш долг всеми силами ее сдерживать. Пусть и ненадолго. Когда кающиеся рыцари еще охраняли эти леса, они освещали жаровни, чтобы отгонять зло. Одна из них недалеко отсюда. Зажги в ней огонь, если хочешь помочь нам развеять тьму. Сделано. Киавашат далеко. До нас им дела нет. Друид играется до 30 плюс уровней, там только штормовой друид веселый или земляной. Оборотни оба прям слабые, пока билд не составится полностью. Он знает, что Маргрейв мириться со злом не будет. Так и запишем. Фаерхед, в смысле по эмоциям отбила? А, все, поняла. Нет, не поняла, подожди. Здорово, Контериус, привет! Привет-привет, ребята, всем привет! Кого-то отбила. Были это Фаерхеду отбила. По эмоциям. Что-то отбила по эмоциям моя лицензия. Хорошие, верные свету люди. В смысле? Мемы в комменте. А я не видела мемы в комменте. А что кого отбила? Подожди, я не понял. Фокси. Запостил мою рецензию. Я стал тише или не стал тише? Ты не стал тише. Ты такой же. У меня просто кошка спит на... Это звуковой карте я больше не накручу сейчас. Не, нормально, слышно. Проводить торговцев через горный перевал, но на них напали. Фокси написал: красивый пиздец, графика охуенно, геймплей заебись, Вика Gaming Journal. Black Dragon ему на кончиках пальцев. Он, конечно, Фаерхед пишет: три раза по эмоциям отбила. Что с пальцами, что с отбила по эмоциям, статул. А, все, я поняла, я просто не шарю. Может, я найму тебя, как телохранитель. Нанимай. Да. Узнай, за кого вы играете. Мы спасибо. Играем за... Я но играю за друида, Вика играет за... посмотрим в городе. Сорку. Вдруг он вернулся. И Вика вся такая электрическая, а я весь такой медведь. Я весь такой медведь. Так, последний сейчас квестик возьму секу. Шел по санктуарию, чел мне свин, увидел он горящий, зашел в него и сгорел. Глупо было пытаться попасть в старый дозор света. А, вот дозор света, кстати. Вот оно. Я просто хотел... Квест туда. Ты давай я там уверен, поспрашивай Перитана по всем там. Жителям. Но церковь готова рассказать обо всем, искать. Кроме своих записей. На составе наверняка это маг, осталась да. информация о кающихся рыцарях. Не волнуйся. Электро БДСМ Сорка. Так точно. О, кстати, этот же что же сделай. Врата странствия активируй, не забудь. Кстати. Есть. Зачем он тебе? Арестовать? Он недавно да, ушел с этими торговцами-язычниками. С тех пор я его не видела. Так, ушел с торговцами-язычниками. Окей. Понял. Не маг, увы. А волшебник. Понятненько. Между прочим. Я, кстати, до сих пор не различаю. Маг, волшебник, колдун. Для меня все. Маг, волшебник, колдун, да. Простите сразу. Я каждый раз тоже забываю, чем они отличаются. В целом, как бы, насрать. Так, сейчас вот здесь еще один. Тот негодяй? Нет. Но если так, вроде найдешь все взял. Его, дай опа. Знать. У меня мне дали вопросы. Очки умений. Спасибо. Клянусь светом, я надеялся. На торговцев напали. И за мое очко. Мы должны поискать там. Так, все, не, ничего. Так, у нас кровные узы. Отвезти Лактана туда, где в последний раз видели его брата. Берем? Да, конечно. Все бери, все, что есть в этом городе. Не, бери. Я взяла все квесты, просто это... У нас теперь три... Одна область, надо зачистить дозор света подземелья и пройтись по побочке кровной узы, привести чувака. Угу. Готова вести чувака. Давай сходим в дозор света. О, давай, погнали. Хотела туда пойти. Все еще хочу.
Let's go. Блять, за мной чувак ходит. Подожди, не. За нами же с тобой ходит чувак, которого надо отвезти к брату. Его ж там ёбнут, наверное. Да? Понял? Да. Поэтому... Ну, мы в любом случае туда пройдем. Поэтому... Я понял. Давай, давай сначала отведем его. Погнали, погнали. Подожди, тогда надо переэта... переотосамывать. Так, маг сейчас все только фокусы показывает, волшебник повелевает стихиями. Ну, извините, хорошо. Маг в Гарри Поттере, волшебник в Властелине колец, колдун в Ведьмаке. Маг — общий термин. Волшебник — ученый, что изучает магию как науку. Колдун познает, использует магию через посредника, будто фетиш, дух, покровитель или еще что. Маг добрый, колдун злой, волшебник ебаный! Ой, блядь. Так, меня уже пиздят. Тебя пиздят? Хорошо, да. А ну, я потерялась под... просто куда подходит. Идти. А я просто потерялась. А все, а я нашлась. Да. Там 4 сырые кожи, а я сырные ножки прочитала, и так что-то сыра захотелось. Колдуны имба в ДНД? Ну я в ДНД вообще не шарю. Видимо, поэтому я и не различаю магов. Магов и волшебников. Чародеи еще, кстати, есть. А чародеи так. А чародеи кто, ребята? Ну, некрасиво. Улики? Улики? Конечно, вижу. Попадание стрелы в шею стало смертельным. Без сомнения, постарались охотники из Маргрейва. Переплетение шрамов на предплечье складывается в узор, будто его нанесли специально. Через стоп от земли играют? А я вроде через в товарах играю. Купца хорошо покопались. Нет, крушение. Один из торговцев, следовавших вместе с Пеританом. С тела забрали все, что представляло хоть какую-то ценность. Не верить, но... Шип земли. А шип земли и топ от земли — это одно и то же? Чародей Баффер. Маг Дамблдор, волшебник Гарри Поттер, колдун Питер... Пётр Квилл! Я должен призвать его к ответу. Чародей делает чары. Чародей Баффер. Тот, чья магия для него часть природы. Чародей — те, кто владеет магией естественным образом. Будь то особый орган. Ебать, пиздец, прикольно. Так, сейчас вкачну жопку. Так, тут это... Не топыри громадные. О, с виду, кстати, не такие громадные. Что-то маленькие какие-то. Так. Чародей, отец волшебника? В смысле? В смысле? Вы еще больше путаете. Чародей, отец волшебника. Это как Лилит, мать Санктуария. Санктуарий, внук этого... Санктуарий внук ненависти, потому что Лилит мать ненависти. Я так правильно, да, понимаю? Лилит мать санктуария, это как ее там, мать дракона. О, блядь, ты кто? Тетка мать Стифлера, короче. Да, блядь! Мы на месте. Все, погнали? Погнали. И вообще это все американский пирог. Орган или орган? Орган. Чародейцы волшебника, но в Хогвартсе не выступляет. Не, блять, не выдупляет и не выступляет. Не могу больше закрывать глаза на его проступки. Ты бы, блять, постоял там на входе. Царь через землю. Даруй мне силу покарать собственную... Градация статуса свадьбы. Все-таки ветеран не настолько сложен, чтобы надо прям вот имбу обязательно делать, иначе ты всосешь. Ну, я мне думаю, тоже как кажется, нет. Со своим билдом. Посмотрим. Если будет плохо, перекачаюсь. Пока нравится. Как они все прям падают тут. Хорошо, приятно происходит. Здорово, Бонда, привет! Даша в чате. Это ты вкачалась? Нет, это ты. Это я вкачался? Да. Нет, это ты вкачался. А, да, это я вкачался. Не надо на меня сваливать свои вкачивания. Ой, блядь, все поняла. Поночка, привет! Я тебе не писала, но я помню, что тебе надо написать. Я чуть позже, а то у меня этот самый... Срачка-пердячка была. Волшебники — те, кто магии учится, есть чародеи по рождению магии, есть колдуны магии, потому что заключили сделку с... А, о, все, на изи. Маги, чародеи, волшебники. Так,
Красиво. Околдуны. Я, конечно, не что встрию. Вы, конечно, меня простите, извините. Ну, колдунов, непонятно. У тебя что было? С колдунами непоняточки. Камешек, да, камешек это защита. Не, колдуны, типа, маги, потому что заключили сделку с... Ага, а маги это общее название, все. Колдуны еда. Волшебница, а это обилка, я ее поэтому и взяла, потому что это обилка, и ты просто даешь даешь по щам такой, чисто лайт BDSM, знаешь, по красоте. Блин, мне так непривычно, что мне надо хилиться, просто... А, у тебя этот отхиливается, да? О-о-о. Опа. Ключ контрабандиста. Что ты поджигаешь, поджигатель? Жопси подожги. Поджёгся жопа. Лилит, мать Бобби Котика, такой зло могу прокласть. Ну что? Рога через... За шо, котика? Так, Вика, ключ Хёджин, у тебя, здорово, кстати. Ключ у меня. Да, и только ты снова можешь открыть. Снова друид медведь, хотим бы... Так, а как? А жить-то надо? Алло. Прикольно, кстати, что ключ у тебя, мужик. А мужик у тебя и бегает за тобой? Или? Да. Или он за мной бегает? Ой, он за тобой бегает, кстати. У меня мужик за мной бегает. Он за тобой бегает. За мной бегал, а теперь за тобой тебя, бегает. Тебе ключ, а мне мужик. Правильно понимаю? Я надеюсь, ты доволен таким распределением. Черт, ногу сломит на английской... Да, есть такое там с переводиками. Ну, такое все. Колдунов не существует. Саб-класс для слабых. Так, это там что-то колдунские разборки какие-то начались. Да, сейчас начнут. Олег, кровосися негр, да. Да, я настоящий колдун. БДСМ бил с ЛГБТ-подсветкой. Ведьмак кто? Так этот, Питер Квилл, кто у нас там был? Кто сказали? Да что вы рассказываете? Принес такой секлекцию чатику, приятного. А я вот ничего не принял. Мне, кстати, было бы неплохо отойти чай обновить. Чайку отойти налить? Можно. Угу. Ну, давай, да пройдем. А, чародей, да. Чародей. Ведьмак-чародей. Но у него же приобретенный... Слушайте, сложно. Очень сложно. Черт ногу сломит. Знаете, что я знаю? Что все эти маги, чародеи и волшебники хорошо умирают. Все. Да. А вот друиды с другой стороны. Они даже вполне себе живучие. Так, я от толпы немножко избавлюсь. Или они от меня. О, а кажется, они от меня, кстати. Надо отойти. Заморозили. Перестаньте не замораживать. Так, немножко даму за это самого. Надо идти. Все, дама есть. Убегают. Подсосники, слышь? Да, опа, да. Так, есть. Тут арба... Ну ладно, это все на продажу, хер с ним. Да все собирать, а пособирайся. Справедливо. Дело-то такое, житейское. Справедливо. Так, что тут нихуяшечки? А. Какие-то ящики. Питер Кайл, Супермен. Ведьмак, мутант, недочародей 0,5 уровня. Это оскорбление получается. Получается оскорбление. За что, ведьмак это? Ну, хамство форменное, кстати. Опенинг чародей в голове. Мне вымер в голове, слава богу. Ой, такое... Звуки, конечно, очень удовлетворительные. Удовлетворительные? Да. Нравится. И эмбиент на фоне тоже классный. Да. Так, что лево-право, лево-право. В сосну тоже. А я хз, я хлебнул, пошел направо. Понимаю. Уважаемо, подожди, произошло. Я очко не вкачу. Очко. Ой, кстати, вкачу. У меня тоже очко не вкачано. Все, качай. Если ведьмак чародей, плоечники тоже. Ну, получается, что да. Вика, почему у меня Понда пишет, что ты не передала привет? Я не передала привет? Не передала.
Здорово, Понда, привет. Вот видишь, сидит там. Хамка! Вижу! Привет, Вика, привет, хамка. Лекс, хамка. Вот так вот. Хамка. А еще есть демонологи, некроманты, чернокнижники. Давайте расширять. Понеслась. Так, тут, понарожаются. Так, подожди, а я ж не это еще. А у меня тут телепортация в масло есть. Меткий бандит появился. Я бегу! Да, я думал, ты со мной. Я потом телепортацию в масло сделаю. Ебать, нихуя себе. Я хз пока что сидела. Он делает темно и страшно. Ау. Я в капкан попал. Сукровка медведь. Это все капканами потому, что аккуратнее медведь. Надо, он капканы спамит, я вспомнил. Он до хера капканы вспомнит. Мне не хватает маны. Я капканы ломаю или нет? Так, сейчас главное не попасть в капкан. Ля гнида. Да, уж, их все больше становится просто. Да, вижу. Нужно больше маны. Я что-то не могу себя в голове при кнопке раскомбинить до сих пор. Ай. И тьмущая вот эта херня еще. Да. Да, он под лап ходит еще. Где он? Где животное? Он слева, слева. Отшлепано. Слышь, гнида. С капканами вообще сложно. Они повсюду. Мне не хватает маны. Так. Капканилась! Нет, не все. Капканилась? Да. Зачем? Все, нормально, 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 живу. Все, есть. На нахер! Ой, сфера, 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 сфера! Богоньки, какая сфера? А все, это сфера? Мне, чтобы всех хуярить молнией, но я уже все. Я забыла, вот я не успела. Вот магические штуки. Отскакивает противника в меня, потому что в соло цели тоже все, поняла. Все, так, поняла. А я херачила. А я херачила этой. А экстрасенсы. Так. Не колдун, а чернокнижник. А заклинатель же еще есть. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего рисования, типа он. Такого прям, знаешь, бодрого, успешного, задорного. А, ну да, я же не пользуюсь оружием. Чё это я? ДСТ в бетке буквально на днях вышли такие же красные миазмы в пещерах. Обозрительно. Лактан. Смитер, здорово. Колдуны, как да. Как ты мог так низко пасть? Боже, почему так много всяких этих магов, колдунов, волшебников, жрецов, некров? Должна в каждой себе она придумала, потом оказалось, что они придумали одно и то же. Такие? Она могла придумать уже какую-то градацию там всего. Просто придумали, знаешь, один придумал, другой не хотел так называться, потому что да, хотел да. Новое, свое. Спасибо большое, Шрут. Остальные тебе ни за что не поверят. В Маргрейв возвращаться нельзя. Да плюс. Иди сможешь. Да на руках Лактан. Понесем сейчас. Приятного лурквиня. Это тоннели контрабандистов, верно? Да делать нам нечего. Мы уйдем через них на юг. Туда, где нас никто не узнает. Начнем все заново. Ребята, а вам Лекс-то нормально слышно? Спасибо. Вроде должно помощь. Быть нормально, но мало ли. Мой брат глупец. А ну-ка, ребята, скажите, может, она меня еще там замутила? Может, я замутила Лекса, вы просто не знаете, с кем разговариваю. Делать, видишь, какой? Никакого праздника. Так, ну чё, мы все выходим отсюда? Ну, получается, да. Получается, да.
Так. Задвигался сюжет в Don't Starve, серьезно? А, потом там... а это ты как и... сделал? А, вот так ты сделал, все, я увидела, как ты сделал. Я нашла, ты мне не рассказал свою черную магию, а я ее узнала сама, понял? Ай... Хотел ты... меня там о, оставить. Спасибо, а, Яша. Тут меня бьют. Слышно, хорошо, все, шик. Зачем? Зачем мне бьют? Все, спасибо, Яш, большое. У меня аж голос немножко это... того этого. Я аж удивилась от того, что тут происходит. Так, можно прям сразу в город тпшиться? Давай. Ну, в принципе, тут нефиг делать. Давай. Мы еще вышли, черти где. Как мы тут оказались? Я не знаю. Я не знаю. Давай тогда что куда? Маргрейв, давай. Маргрейв, да. Да. Маргрейв. Один придумал в одной стране, другой придумал в другой, назвались по-разному, по факту одного. Да-да-да-да, вот эта история, знаешь. Нику слышно громче меня. Что? Меня? А ну-ка, подождите, давайте ее... Приятного, приятного, Толян. Качав теж блискавку, після роботи займусь далі. А що плануєш, як далі плануєш робити, Смітер? Все ще блискавкою, тому що я буду фул... А що по клірикам? Так, нормально пельмень? Должно пельмень. Сравняться. А ну-ка, розговарюй, розговарюй на случай, щоб було слышно нормально. Должно було сравняться, я теж розговарюю, кстати. Сравнялось, сравнялось. По-п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 о-
возвращайся. Отходи на пару минут, сделай чай. Иначе я сдохну, а то мне еще сегодня говорить и говорить. Давай, давай. Ну. Опа. Этот предмет не для меня. А, это вот предмет для тебя. А что, сундуки с травами не продаются? А они нахера? Кто мне скажет, нахера сундуки с травами? О, бутербродики — это шик. Приятного тебе бутербродика. Приятных бутербродиков. Так, вот это все мы продаем. Ой, смотрите, какие красивые. Да вы какие... Да вы какие красивые. Там реагенты. Открывай их просто и лутай. Так. Ага, все, он сейчас попытается продать. Отличная сделка. Да хранит тебя отец. Нихера себе. Красиво, уважаемо. Спасибо. Спасибо. Как долго вы учили, кто такие клирики, некроманты, вот это вот все? А ну-ка расскажите мне, как долго вы пытались вникнуть? Блин, опять живот болит, что такое? Я видела. Я что-то шепела. Ты проходишь мимо алтаря, не вознося молитву. Его сложно заметить. Я просто не хочу молитвы возносить, что за дела? Мы последний оплот света. Слышишь? На пиков. А почему ты не молишься? Я вот видела, ты не смотри. Ты ж наблюдаешь, ты больше всех надо, что ли? Мы будем тебе рады. Лечи кто? Неудавшиеся некроманты. Они ушли исполнять как волю так-то? Отца. В смысле, кто? Еще. Но хвала свету, мы и сами неплохо справляемся. Сысли. Сысли. А пока у нас перерыв на чай, я вам напомню о том, что у нас есть Дискорд, в котором мы играем. Играем. У нас там стримы проходят и все такое. Мы там, кстати, допрошли Warcraft. Кто не знает, кого не было, мы там допрошли Warcraft до нужного квеста. Третий Warcraft. И будем дальше продолжать его теперь на стримах, потому что я просрала свои сейвы, и надо было продвинуться. Это во-первых. Во-вторых, у нас там несколько игр будет еще добиваться на платину. Вот. Там же мы фильмы по воскресеньям смотрим. И Telegram — это основной источник информации про стримы. Я туда пощу своих крыс. Желаю вам доброе утро и все вот эти вот дела. Вот. Вот. Да, мы будем дальше на стримах. Мы не будем в Дискорде это играть, мы будем дальше на стримах. И я сейчас хочу быстро закончить, потому что я надеюсь, что у меня останется сегодня силы. Мы поиграем с Лексом, я потом свичнусь в Гардианов. Мы закончим Гардианов и освободится слот для... для... Что происходит, блядь, там? Освободится слот под Варик. Влит трофи, все. Але краще почитаю, все, зрозуміло. Тому що я щось подивилась і вирішила, що я хочу фул електро. Пламя должны видеть все. Ну от Скобегу и в Insurgency, наверное, вторая игра, где я готов покупать скины. Скин реально влияет. О, это прикольно, кстати. С опытом накопилось. Потому что я не шарю, даже при учете, что я там, знаешь, какой-то ДНД криво-шатко играю, все равно.
мимо. Туп мимо. Это пипец. Нихуя себе, посмотрите, чувак какой. Ля, двыякой, двыякой. Он немножко такой. Ну, некромант. По нему сразу видно. Херню какую-то на бошку нацепил. Зато коса у него, конечно, по приколясам. Спеки играет. Уважаемый человек. Делаешь упражнения какие-то, чтобы живот не болел? А ты не можешь никакие упражнения же делать, потому что у тебя живот болит, потому что у тебя матку сводит. У тебя спазмирует матку, и ты ничего не сделаешь. Максимум, что ты можешь, это положить что-нибудь теплое на живот. Вот, и по факту ты ничего сделать не можешь. Ты можешь максимум, опять же, из того, чтобы понять, что происходит, ты можешь пойти к гинекологу, тебя отправят на кучу обследований и исследований, понадберут у тебя всяких мазков, всяких штук и прочего-прочего. И, типа, чтобы понять, что у тебя. Вот. Почему такое происходит. Но по факту просто... Ты если начинаешь физическими упражнениями заниматься, тебе только хуже становится. Мне сказали, что ДНД партии могут по несколько... Ну вот, да, да, моя партия, когда я играла, она у нас шла около года, мы закончили ее, потому что мы закончили в конце 22 года, дошли до ключевой точки, где там должно было бы, знаешь, там порешались какие-то вопросики, главный квест мы закончили, и должны были тэпнуться в другой мир, и мы закончили. И вот сейчас я на месяцок ворвусь в компанию к ребятам, которые уже... 2 с копейками года играют. Поиграли в ваншот, который теперь играется 2,5 года. Здорово, пельмешка, привет. Привет. Поиграл демку Секиры. Какая же она медленная, скучная после Нио. Ой, я ну не знаю, мне... Я Нио смотрела, Секира мне не показалась. Ну, по крайней мере, второй Нио не показалась медленней по пейсу, по пейсингу. А в компании, да, Fairhead. Там нужен определенный... Здорово, здорово. Взял себе чаек? Здорово. Там, да. Fairhead, нужен определенный коммитмент для этого мероприятия всего. Я пока высмаркивался, подумал, что нам нужна какая-то тактика. Не вставая с кровати. Типа... Тактика Галактика, как например. Мы... Не знаю, какая-то тактика. Что я имею в виду типа, под как тактикой? Как убивать, ага. Чтобы они были униженными. Что-то комбинировать мы можем или нет? А я даже хз пока что можем ли мы что-то комбинировать. ДХЗ. Потише, но все еще громче. Ты что, громкое, что ли? Я не знаю, вроде нет, не должно. Да, нам нужен план, чтобы его придерживаться. Сильная тактика. У нас Найтмакс говорит, у вас с самого начала была тактика какая-то, что ли? Вот как бы. Как бы, понимаешь? То есть нам не нужна тактика. А зачем? Ну тоже верно. Ну погнали тогда все. Сейчас, сейчас, секунду. Ты вообще где? А, я встаю рядом с тобой. Вот. Поняли, он меня, блядь, даже не видит уже. Все. Все, вот что часть с людьми делает. А у меня почему-то. Блин, мы не взяли. Ты взяла дом света в дозоре света в подземелье? Вроде да. А я нет. А где он должен быть? Судя по всему. В задании. Но у меня, короче, дозор света все еще отмечен. Мне туда надо. А, у меня тоже отмечен. Журнал Архивариуса. Получите предмет журнала Архивариуса. У меня отмечен, что ему туда, что туда надо. Лол. Угу. Подожди, а мы же туда не ходили. Мы туда собирались пойти, но мы сдвинулись, потому что... Да? Да, мы же туда не ходили. Пойдем туда. Решили, чтобы этого не шлепнули. Медведь танчит, маг хлыщет. Сейчас, подожди, я пытаюсь понять, что я хочу прокачать. Ну, anyway, вот это хочу прокачать. Все, побежали. Изи, страта, на пати, друль плюс сорка. Врывается друль, врывается сорка. Всех раскидывайте, не умирайте, изи вин. Ну, в принципе, да. Хорошая. Так, алтарь так... света, это не тот алтарь, которому надо что-то говорить, да? По-моему, тот, не знаю. Место молитв для селян. Дает. Поверх слоев старого воска стоит зажженная свеча. Свет никогда не должен погаснуть. Подожди, я сейчас к тебе приду. Давай. На меня напали какие-то... О, на меня напали все. Блядь, ты где? Почему ты там? Я... Их становится еще больше. Блядь, я бегу. Я бегу, бегу, бегу. Я тоже бегу. Я на правый выход бегу. Вот я. Все. Просто всех бегу. Их тут некоторое количество, но в целом...
Мне нужно приготовить. Я вроде половину растерял по пути. Какой-то проклятый испорченный, он на это травит яд. Надо убить. Так, дошлепало всех немножко этим самым. Нормально. Живем. Да, хорошо, вам спасибо. Так, пошли. Мне, кстати, вещей надо бы продать. А, продавай. Подожди, давай. Я вещи. Я стою, жду. Это быстро. А, мы в дозоре не были, все, я не понял. Не были, не показать, были, что мы не были в дозоре. Мы начали туда идти, а потом ушли. Тян стример фигачил ASMR, подходит младший. Блять, пиздец, это минус уши, так нельзя делать. А чё дроли надо качать по этим? Силу, да? Силу, наверное, надо. Наверное, да. Слушай, это какой-то алчный гоблин. О, блядь, его убивать надо. Но он через дорогу от падает. Меня. Подожди, я... подожди, не спугни. Я жду, 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 я не, спуг... не спугиваю. Я стою там, где мы с тобой разошлись. Он вот здесь где-то. Так, где? Вот. Давай на меня. Шо, блядь, встал? Встал. Вот моя здесь. Моего не вижу. Вот он. Надо, короче, за ним гнаться. Забей на всех. Просто за ним бежи. Нормально ты его на расстоянии достаешь. Е-бой! Опа, перчатки легендарные выпали. У меня остальные жезлы. Все, хорош! Удар молнии с вероятностью перегружает. Блин, а я не пользуюсь молнией. Ну ладно. И рога новые, кстати. О, красиво. Плюс 200 оглохших. Прикинь, там плюс 1500 людей, которые Длина потом... новая. Которые это... Так, а как сравнить shift? Вот так. На треугольник сравнить. На shift давай, сравнить! Подожди, давай, давай сюда зайдем, Вик, тут что-то есть, тут какой-то кружочек. Сейчас, бегу, бегу, бегу. А там дозорная. Тут... Ай, меня стреляют стрелами. Блять, если швыряется молния, это просто топич. Так, а, это ж поджечь надо хуету. Давай. Обвесли. Отхлыстано! Меня так что-то это как-то сбивает с толку, что друид разговаривает голосом Януковича. Так, хорош. Тут баллиста. О, деревья пришли. Да. Мне нужно приготовиться. Меня чат научил унижать деревья. Научил? Как? Да, надо говорить, я твою маму считал. Нормально. Еще кровосиси пришли. Снизу еще кто-то есть. Розбийник. А, загробный. Добро. Опа. Опа, плюс левел. Так, сейчас. Тут еще один шокирующий вурдалак. Ненавижу эти крутящиеся штуки. Очень бесящие. Удачи! До побачення! Все? Все получается. Так, тут подвал есть, скрытая могила. Давай сейчас свою чай обилку вкачаю. Шифт-треугольник получается, да. А гоблин редкость? Я знаю, что бучер редкость, который в подземельях появляется. Так, сейчас мне тоже прокачать надо, позже. О, я тут тоже могу спутников вызывать. Да, понеслась. Ребята, сейчас. Это очень заманчиво. Но они, правда, подожди. Они ненадолго. Бучер супер редкий. Мне просто в ТикТоке начали попадаться видосы с бучером. Микро из разряда бюджетных, порт под наушники, воркает заебись, пока микро в мульте. Только включаешь, слышишь все своего микро.
Думала про ёб. Недавно узнала, фича сделана для того, чтобы ты не орал, как ебанутый. А, ну это мониторинг называется, да. Это мониторинг обычно. У моего микрофона тоже есть мониторинг. Тут есть обычно кнопочка, чтобы это... О, ля, ты шо пришел сюда? Погнали в подвал. Вот это этот. Гоблин, гоблин, алчный. Подожди, пизди. Нужно больше маны. Охренеть, их развелось, конечно. Я еще не готова. Да стойте, парни. Да. Я еще не готова. Есть. Хорош! Да. Так, теперь обратно надо деньги подобрать. Обратно давай в подвал. Деньги пыль. Не-не-не, не пыль. Кого там деньги пыль? Могу дать ссылку на донаты. У кого там деньги пыль? Я тебя сказал. Так, ты знаешь мою ссылку на донаты? Знаю. Ну вот. Okay. А где подвал? А, мы ушли от него. А, так это не подвал, это... Тут нет подвала. Пойдем? Нет, подожди. Он просто... Мы ушли от него. Идем обратно. Он не показывается. Надо привыкнуть, жаль только, что себя... Нельзя разве? Эта херня, мониторинг настраивается. О, кольцо какое-то. Вот, вот здесь подвал. Рукавички нашел. А, реально подвал, слушай, не обманула. А, подавай. Видал? Здесь сундук, кстати, еще. Тоже возьму. Скрытая могила. Поехали. Погнали. И как ты, Фокси? Электричество прям под класс, или ты, в принципе, хочешь качаешь? Ты просто хочешь, что хочешь качаешь, я просто пошла по электроветке. А так ты можешь качать что угодно. Полезная штука, кажется, Да, да, ее стоит включать, потому что мне сначала было очень странно. А потом это очень полезная херня, на самом деле. Так, это ловушка. Конечно. Что еще? О, это я. А это ты. Но они еще не все. Видишь, я никого не бью, а молнии шляпают. Ой, красиво делаем. Нихуя сюда есть. Это могильная пыль нас собирает. Я такой счет вообще не помню. Господи, сколько вас? Да сколько вас здесь? Я еще не готова. Ой, не та кнопка. Жинка. Спасибо. Так, жиночка вроде, да. Без у меня нет по дефолту включено, не разобрался. Кнопка мута и крутилки. Вот, а что у тебя за микроскрут? Нихуя себе, бля, это тебе из кармана! На нахуй сундук! Ой, хорош. Смотришь, очень даже интересно такое в коопе побегать. Это интересно и в коопе, и не в коопе бегать. Да, человек, попробовавший прям... и то, я могу себе позволить утверждать. Опа, редкое кольцо. Перчатка, печатка. Бля, у меня редкой вещи ни одной нет, только легендарка одна есть. Чё, погнали? Погнали. Можно погнали, давай до крепости, может, дойдём наконец-то. Кто знает, вдруг у нас получится. А клан-то где? Куда вступать? Такая это, ща мы. Ща. Да кто это? Феймос, ты опять? Нет, Толян. Опять Феймос! Ой, ебать. Опа, все плошки выпали. Я потом обнял, они сразу выпали. Видал? Надо у игры просто попросить. А чё ещё ей? Я думаю, мы после игры сделаем этот...
Да, я тоже так думаю. И мы сейчас засядем, будем 3 часа тут общаться с планами. Хочется ж поиграть. Так, а что это происходит? Это кто вообще такие? Не знаю. Грязные какие-то варги. Мне нужно приготовиться. Что-то болезненное произошло очень только что. Булава выпала легендарная. Что? Блять, тут что-то А, у чела квест, и он это, короче, походу. А мы почему здесь? Не Давай знаю. Что, помогаем, получается? Ну помогаем, чё он? Шо, чё бы не помочь человеку? Блять, ой, в пизду. Что такое? Да там она приходила еще, блять. Давай что-то, да, как-то больно становится. А что у него так больно? Может он, я не знаю. Я не знаю. Нужно больше маны. Ну, а вещей там отпадало, мы это чтили. Пиздец просто. Я еще не готова. Все? Нет, не все. Все, есть. Господи, всраться и не жить. Жесть, а ну подожди, мне спринаться. У меня молот выпал легендарный. На, пожалуйста, не благодари. Вика еще не знает, убил на некре со скелетиками на изи. Все, охуенно, понятно. Может, я слышала, что он пипец, ты его встречаешь и помираешь. Уникальная механика чародейки, а шо? На нем нет шума, дава, слышно. Есть, кстати, такой фэрхэд. Есть такой. Единственный фэрхэд микрофона — это отодвинуть комп. Не знаю, все. Некро в отдельный класс выделено, потому что некромансеры — это отдельный класс. Они, это не чародеи, это не сорсереры. Бюджетник от розетки, они тоже свои товары делают. Так, я вроде готов. Давай, что, в крепость? Давай в крепость, наконец, побежали. Тут вроде какой-то проход. А то мы что-то увлеклись в какую-то сторону, непонятно. Да, есть немножко, да. Чё-то чуть это, психанули. Угу. А, подожди, очко не качал. Одну секунду, спокойно. Оп, уже вкачался. Вкачал и давай. А, кстати, не вкачала. Да, сегодня в качалке день очка. А тут, кстати, событие есть какое-то. Может, качалки день очка, блять. Идем. А, да, идем. Давай. Сейчас поднимаюсь секу. Блять, ну вот скажите я мне, как бесит, это играет. Я капитаны скелетов. Да. Меня так бесит. Меня тут не немножко это. Они не пробиваются, пока им не снимешь хуйню. Все, идем. Так, я зашел. Тут духов надо освободить. А, да, я помню, я знаю это место, да. Тут надо просто обойти, они на карте отмечены. А еще надо не сдохнуть. Не сдохнуть было бы полезно, кстати. Было бы неплохо, да. В принципе. Так, ну вот один есть. Оп, готов. Искра. Вот еще один. Так, подожди, в смысле, а почему я не знаю уникальную механику чародейки? У меня же искра стоит. Она же классная, удобная, прикольная. Или что ты имеешь в виду? Или я не о том думаю? У тебя не освобождается, да? Вроде ну да, да, по идее. Да, освобождается. Вот опять его здесь мудила. Пробиваемый. Бис. А, нам не туда, так, подожди, а где еще? Еще два должно быть. На вот есть. А сейчас бегу. Уникальная фишка, узнаешь, что я квест. А, все, поняла, окей. Колечко. Ну, золотые. Сейчас, сек.
хрена мне лучник массовал, блин, на пол хп 2 выстрела. Нихера себе. Просто обычный лучник. Лучники иногда, конечно, такой. Ой-ой-ой. Да, там босс появился. Вижу босса. Надо убить за 50 секунд. Проще. Проще убивай его. Мана снова появилась. Я, короче, просто... Блять, я в ужасе. Я в ужасе. Я тоже в ужасе. Я просто в шоке вообще сейчас. Не просто в ужасе. Нормально, он... Живем. Закончился. Хорошо. Вообще прекрасно. Блин. На нахуй. Так, сейчас, подожди, я ссылку посмотрю быстро. Давай. А, я думаю, может, мы все-таки зайдем в дозорную башню когда-нибудь. Думаешь? Вполне может быть. Волим, включить, выключить, гейн. Слушай, ну это пипец. Включить нас. Слушай, так, ну если там мониторинг звука не отключается, то это жесть, конечно, если честно. Это неудобно. А почему у меня все мои эти... Что? Растения, которые я тем персом собрал, они у меня все тут есть. Есть? Кстати. Здесь? Ну, туда... И хилок у меня 5 изначально. У тебя 4 хилки? Да. А у меня 5. Может, это бонус за... КЗ. Не знаю. За что-нибудь. То есть мне почему-то не надо это заново качать. И все травы у меня тоже удобно собраны с этого персонажа. Неплохо слово. Интересно, почему так? Ну что, заходим? Заходим. Погнали. Уникальная фишка, так, 15 уровень. У нас сейчас какой уровень? 12-13, да? Кенджи, здорово. Если буду менять из бюджета, хочу пробовать Фифайн. Микро за 5-8, нет смысла. Фифайна нормальная вроде как. Она идет на всех персов. И деньги идут. Вика, у меня 370 тысяч денег. Сколько? Да, давай что-нибудь купим. Нихуя я себе. Я не могу передавать деньги. Давай купим дом. Так, сейчас я прокачаю секу. Справедливо. Каждый активный эффект колдовства. Что имеется в виду под каждым активным эффектом колдовства? Урон, получаемый от особых противников, уменьшается на 1%, максимальная 40. Тратится 100 единиц. Применяйте умение со временем восстановления. Вас на 2 секунды защищает барьер. Ага. Вероятность удачного удара повышается на 5. Время восстановления. Создайте критическое копье, которое преследует противников. 13. Ага. Давайте попробуем. Хуля, давайте. О, ничего себе, тут выпадало. Так, ну я Мореди. Мама, ама криминал. Сейчас буду, блядь, хуярить. Как, сука. Простите. А шо мы вошли в подземелье, а здесь какое-то неподземное подземелье? Это как так? Почему здесь холодно? Подземелье, это же башня дозорная. Ну беда. ПКМ в дреме возвращать. Можно сразу просто так откатывать? Ехал. То есть тебе не надо ничего за это платить? Бесплатно? Да-да-да. Ну, это сначала бесплатно. А, поняла. Угу. Блин, ну как красиво нарисовано. А ну-ка дверь открою, чтобы сквозняком сделать, чтобы они заболели здесь и умерли все. А, блядь, это была бочка, это можно было не убивать. А мне, правда, скелеты, у них нету легких. Поэтому воспаление легких не получится. Очень жаль, кстати. Ну они, кстати, не все скелеты, поэтому, в принципе... Ну вот, поджигатели, например, живые. Да. Пусть это помирают. Так, суки. Здесь порченный поджигатель, он падло будет травить ядом. Я еще не готова. Не поняла. А че у них так много хп? Я вообще не сношу ни хрена. Мародерчик какой-то жесткий. Ау. Я дулька. Мотор, блин. Откат платный. Сорки, это что такое? Эти под названием магов? Типа волшебники. Это типа волшебники. Блять. Это мое копье летает. Видел?
хуйнюшку туда-сюда еблонит. Нет, не видел, блять. У меня просто нахера все происходит, уже начал вылетать, если честно. Все умирают, и нормально. Так, тут закрыто, да? Да. Закрыто. Воспаление костного мозга. А уже у них там и сок, наверное. Да, в принципе, ладно, может быть. Допустим. Деньги тратишь, но потом. Даже потом это недорого. Так, а потом это когда? Бля, мясо такое происходит. Нравится, пиздос. Скажи, кайфово. Вообще просто. Так, меня заперли. Вот какой-то чел вышел дозорный. О! На самом деле, хер позорный. Я ничего не вижу. Он всю тьму натворил. Блять, пошла я вниз. Уже призвали так. Блять. Никто не вернулся. Мы тоже не вернемся. Я тупо застрял на лестнице. И могу выйти. Да уйди ты, блин. Мы должны отдать и свои жизни. Он в дверях встал и стоит, посмотри меня. Ля, сучара. Что ты за мной ходишь? Я пытаюсь его фокусить, но он так, тебя больше любит. Все, скотыняка, да. Господи. Чтоб ты срал и плакал. Так, журнал том второй взял. А первый мы, наверное, где-то скипнули, да? Наверное, в другой стороне там. Первый доз бесплатный. Они роняют. Это... Они медведя с ног сбивают, прикинь. Я не знаю, это очень странно. Откровенного. У скелетов нет легких, есть только тяжелые. Ребята, подскажите, пожалуйста, что такое перспектива? У меня какой-то эффект перспективы висит, я не понимаю, что это. Просто перспективный медведь такой, знаешь. Перспективный, да. С перспективками. А здесь ты прошла мимо. А я решила посмотреть что-то. Нормальный, блядь! Опять меня уронили. Меня постоянно роняют. Пиздец. Ой, неотправленное папа, письмо, ДВ. Так это правда. Ангел ходит среди людей. Хочу поднять неоднозначную тему и закидают какахами. Ну давай, поднимай. Лика догадку уже озвучил. Путь я на паре старше прошел бы экзамен и сейчас шагал рядом с ними. А так сижу здесь. Рыцари оставили в крепости небольшой гарнизон. Можешь гордиться мной. Я больше кошмарный волковар к тебе пришел. Мне дали меч. Хотя вряд ли мне придется сражаться. Скоро напишу еще. Верно. Да что ты бьешь меня? Скоро напишу еще Эдмунд. И ага, Эдмунд, да. Все. И все. И не написал. И не написал. Прочитал, но не ответил. Да. Шо ты орешь, алло? Жопси пари. Непробиваемая. Почему у них так будет? Я не знаю, у них очень много этих по ощущениям вардов. ХП. О, тут бывает даже, ребят. У себя там? Сейчас я тут немножко подобью и иду к тебе. Да, нам. Еще двое. Так, что за тема? Я жду. Если тебе кажется, что я не вижу, потому что я увлечена игрой, и тебе, конечно, иногда не кажется, но преимущественно кажется. Тут так, капкан аккуратно. Ты вовремя сказал? Да. Я уверена, ага, шла в его сторону. Так, мы где-то скипнули. Идем вот сюда, вот сюда, вот сюда. Книги. Вот здесь просто вторая часть. Заперта. Поэтому вот здесь, скорее всего, будет оно. А ты ключ не находил? Нет, не было ключа там. Ага. Ага. Приятно, конечно, когда криты. Ой, вообще просто. Раз, и все. А тут еще какой-то чел. Ой-ой-ой! А, внутри, там, внутри. Что происходит? Происходит больно. Там кто-то... Слышь ты! Говна пирога. Стреляет он.
Там так, внутри. Ну, мы все равно туда придем. Мне кажется. А, мы кругана. Да, мы типа. Ну давай сразу. Давай сразу. Давай сразу. Протянусь, как говорится. Сам вот он. Град гроб. Ауч. Я застрял опять, что не так делал. Ну нормально ты его там доковырял. Мне нужно приготовить. Да, какие-то горные повязки снимал. Тут еще пришли. Тут еще главное дозорное выбежало, тварь. Где она? Вот она. Вот она. Я еще не говорила, говорит. Она опять что делает? Она постоянно убегает и возвращается. Что за фокус? Убегает на попиздеть. Ну все, не убежалась. О, ключ дозорного. Да. Так, подожди секунду. Жду. Я надену себе. А что? Нет, не надену. Блин. Нормально ли в разговоре с кем-то про незнакомого тебе человека относиться к нему неуважительно? Не в плане хуесосить, просто не подбирать слова в его адрес. Если начну диалог с незнакомым, то... Типа, когда с кем-то обсуждаешь левого, третьего человека, но если этот человек хуесос, то я буду говорить, что он хуесос. Типа, я буду говорить в том ключе, в котором я отношусь к человеку. Бля, нужно больше маны. Я еще не готова. А мне нужна какая-нибудь обилка, которая нацелена будет стрелять. Нет, это АОЕ в основном. Не нравится. Блин, эти шарики, конечно, редковато. О, вот и первый том. Вот оказались весьма неплохи. Особенно одна. Зелена. Я так понимаю, надо вернуться к двери, и там будет третий, да? Походу, да. Даже самую мрачную. Тень событий. С ней легко разговаривать о тех, кого я оставил во имя света. Ей тоже пришлось оставить семью. Сына. Пришлось оставить семью. Сына. Вот я все. Жопа делать. Так, тут что-то происходит. А что? Глаздающая душа. Они поговорим. Они питают со мной. Моя душа. Сейчас начнется. Мне кажется, тут не был. Берешь, приходишь к незнакомому человеку и говоришь: Лекс, где клан? И там прямо говоришь, неужели с ним неуважительно разговариваешь, со всеми неуважительно разговариваешь. Надо, короче, защищать. Я еще не готова. Они ее убьют, они ее убьют. Они ее убили, нет? Они нет, не убили, но они пытаются. Я хожу с таким высоко. Они прям нацеленно прибегают и ее бьют. Слышишь ты? Девочка. Слышь, маг крови. У меня половина обилок промахивается, просто не привычки. Смотри, ну пришел на одном потоке на весь. Чуть не охуела. А мы что-то не выполнили. Какую-то часть не выполнили. Не выполнили какую-то часть? Mm-mm. Не. Тю. Там надо было наполненных чем-то кого-то убивать. То, не знаю. Тю. Что-то ну и сделали. Ладно. Ну и подумаешь, господи. Ну и всраться, надо. Ну и не надо. Неко, здорово. Mm-hmm. Так, сейчас, секунду. А. Начни диалог с незнакомым, кстати, разумеется. Есть. Попробуй раскрыть тему. Ну ждем. У меня сгорело в очередной раз от... Надо было мобов Саура успевать убивать. А мы разве не убили их всех?
Не-не-не, я вообще их поздно заметил. Сейчас, одну секунду, я... Я жду. Мне нужно приготовиться. Так, я себе ворон сделал, но снова. Мне не хватает маны. Опа, пошли. Ага, они делают вот такую штуку. Прикольно. Так, хорош. А там пере... все, поняла тебя. Ой. Разговаривать с родными, ой, это... Очень тяжкая история на самом деле. Что ты ко мне приперлась? Я еще не готова. А куда она из моей зоны ворон выбегает? Она ко мне бежит. Видишь? Пёс. Чертяк, понимаешь? Скотыняк такая. Да, ну подожди секунду, это были вороны, я, наверное, жду. Попробую еще что-нибудь. А эта хрень низко тут возьму. Только исключительно либо игнорировать, не обсуждать, либо в кровавые сопли драться, к сожалению. Она прям вот, особенно у пожилых людей, вряд ли искоренимая штука. Прям очень тяжко, Нека. Сочувствую. Так, если лазу попробовать... Ля вылезла из-под земли. Ля надамажила. Ты чё? Все, погнали, я готов. Так, сейчас, секунду. Давай. Угу. Я скелет из бочки вылез. Ой, серьезно? Подарочек. Угу. Лучший твой подарочек, это я. Так. Мне страшно. Я вышел. А я... Страшно? Нормально. Это Нека пишет. Нека пишет. Я прекрасно могу понять Нека. Это жутко, даже я бы сказала. Но она говорит, в ахуе от империализма бабушки. Это очень тяжко разговаривать с бабушкой. Моя ноша слишком тяжела. Ну да. В смысле, твоя ноша слишком тяжела? Арви булщит. Воу. Ребята, это ужас. Ой, смотри, я их лазой все считал. Ну, это приколясно было, кстати, сейчас. Да, это лучше, чем было. Моя ноша слишком тяжела. Я, так, сейчас, подожди. Хорошо. У меня тут ноша тяжела, сыромятная эта тяжела. Ага, все нормально. У меня, кстати, тоже уже не влезет. А хотя у меня там ученический жезл, но белое все, насрать. А можно тпшнуться в город, а потом обратным порталом тпшнуться сюда. Можно сюда, так, можно? Да. А давай сделаем. Как это сделать? На карте тэпнуться просто или что, или как? Тэпаешься на карте в город. Вот Маргрейв, допустим. И у тебя останется портал здесь. А как... Подожди, я открываю, у меня открывается подземелье. А тут я тебе могу на геймпаде сказать, как это делать. Как? Но у меня стрелочка вверх просто. Там меняешь слой. Стрелочка вверх? А у меня на стрелочку вверх открыта. Нет! Все, я тебя подожду. А что? Да я что-то не открывается. Можно просто Т. Хорошо. Я тэпнулась. Мы с друзьями встретили в магазине человека с сомнительной репутацией. С ним была какая-то девушка. На что я потом спросила, что его баба. На что в нашей компании одна девочка кинула предъяву, что я сексист, нетерпимый. Я пыталась объяснить, что к знакомым мне людям никогда даже вскользь не скажу такого. Буду называть человека по имени, говорить, например, девушка Антон. Но к незнакомому, которого не знаю, не буду подбирать слова, вне зависимости от кого он пола. Но это сложно. Я так не общаюсь с людьми и про людей, конечно, подобным образом. Типа, я минимально... Если я человека не знаю лично, то я выдерживаю какой-то хотя бы минимальный уровень отношения, ну, как бы, базовой какой-то... Как эта хуйня называется?
неуважения базового, а просто, типа, знаешь, базовой нейтральности, без высказывания какой-либо... Продаюсь. Я продаюсь. Давайся. Какое-то базовое просто, базовую Добрый хуйню какую-то путь. Выдерживаю. Без вот этого, типа, баба, не баба, вот это вот. Улучшить предмет. Я еще сдаю квесты заодно. Ага, тоже, хорошо. Которые сдаются. Пряжки плохо держатся. Здесь кожа треснула. Баба ты достаточно неприятная, на самом деле, да. Есть такое. Качество, ну, типа, снаряжения, вопрос жизни. Базово нейтральное это, если потому что ты же не знаешь, что это за человек. Я улучшу его для тебя. А может быть прекрасный человек. Почему по умолчанию к нему негативно... Выбирай, что осталось. Негативно. Так, я квест сдал и жду тебя в данже. Сейчас я продам. Я продам, да. Все, ставьте. Ну, ты поняла, да, просто? Братан, да, 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 да. Прикинь, у меня... Вокруг меня тентакли ползают в воде. Серьезно? Ну, это типа лоза, но она похожа на тентакли. Все равно считаю, что это круто. Благодарю. Есть бабушка гораздо ласковее. Ну, да. Так, все продала, бегу обратно. Блин, прикольно, тебе видно это будет? Я забыл, что они делают. А мы тут ему и бальники, так. Так, ракушка. Ты что, як там? 7 секунд отравляет ближайшего противника. Так, а ну-ка, смотри, давай. Смотри, тебе видно, как они вокруг ползают? Нет, типа? Нет. А сейчас я на стрим зайду, подожди. А где? А, вижу. О, вижу у тебя там. Прикольно. Прикольно. Приколясно. Она там будет отравлять всех. Периодически. Че, погнали? Получается. Блин, у меня... Вот, да, циркония, то, что циркония пишет, что по умолчанию использовать подобную лексику к любым людям, это не такое. Каждый раз себя виноватым чувствуешь, Нека, а почему себя? Так, сейчас, подожди, Лекса, быстро чат дочитаю, секунду. Да, а да, почему да, себя, Нека? Решил пробовать перевести Welcome to Elk, нашел инструмент и понял, буду переводить. Тупо весь сюжет узнаю, еще в переводе не знаю контекста, часто кто где и как говорит, что правильно перевести. Если использовать автопереводчик для Unity такое, то он криво-косой. Даже исп... Ну тут надо играть и переводить, Кенжи, в таком случае. Либо работает два человека, один переводит, дает текст, а второй делает вычетку и на коррекцию отправляет. И вот так вы друг с другом работаете. Для меня все люди добрые и клевые. Ну, тобто я усім даю... Ну, типа, в мене є якийсь запас не... Ну, типу, я вважаю, що людина хороша, доки вона не докаже, рота не розкриє, знаєш. Якщо людина розкриває рота і там все ясно становиться, стає, то просто пизда. Міньйони в коопі для других прозрачні, єлі видимі, щоб не флудити. Угу. Все, поїхали. Все, можемо йти. Да. Да. Так, здесь нихуяшечки. Опа! Опа! Хорош. А что там было? Подожди. А, там эти... Древорубный топор. Нихуя себе! Мне, блядь, хилки выпали, а ему топор! А что тебе, мало хилки? Мне хилки тоже нужны. Нормально вообще. Ишь. Я просто такие моменты эмоционально... Это плохо, я знаю. А, в эмоциях нет ничего плохого. В том, что ты слишком якобы слишком эмоционален, нет ничего плохого. А проблемы могут начаться в момент, когда ты не контролируешь свои реакции на эмоции. Вот это уже может проблемки какие-то вызывать. Но если ты знаешь, что вот ты вот так реагируешь, то тут уже проще немножко эти вещи контролировать, в определенном смысле. Вот. В самой эмоции-то ничего плохого нет. Чё-то с них хилок это... Что-то не валом, да. Мало падает. Что-то не валом, я согласна. Минус там. Ой, хорошо их там закрыл. Прижало. Опа, сапоги новочка. Вот и хилочки. Да, вот и хилочки.
Проблема, связанная с такими словами вроде бабы, за то, что часто на слуху сам могу использовать неосознанно, вкладывая в слово какое-то неуважение. А, вот. Но эти вещи... Ну, типа, опять же, как говорится, you do you, каждый отвечает сам за себя. Блять, проебала. Оп, аккуратно. Каждый отвечает сам за себя. Но, типа, если стараться не использовать лексику, которая унижает там достоинство других людей просто так, то жить может быть чуть приятнее в мире станет. Это я не знаю, как мы, если тут будет босс, я не помню, просто будет он тут или нет. Будет неприятно. У меня к нему хилок не останется. Потому что как ни крути, я все равно огребаю. Здорово, кстати, привет. Показывай ногти. Так, Лекс, ага, ты сейчас я звездюлины обработаю. И я покажу ногти. Ваши ногти никуда не денутся, а Лекс убьет, и все. Я еще не готова. Не очень все приятно, конечно. Тут прям очень неприятно. Очень неприятно, да. Быстро. Так, показываю ногти. Секунду. Они такие кровавенькие. Оп. Оп. Что ты пришел и пиздишь меня? Скотуняка. Мне нужно приготовиться. Еще один к тебе полетел. А, нет, один к тебе. Он просто полетел. Бля, меня душит. Душит такое. Опа. Плюс уровень. Опа. Уважаемый. Так, тут подожди, что ты залутать так, можно? Так, сейчас, было. Чатик. Ники, все, чатик. И здесь сундук. Опа. И тут и чуваки. И тут чуваки, и да. Да. Вижу. Ну, а вот так елки меня выкинули. Что такое? В этих самых не льется, не бьется, да? Скотыняка. Что-то у них с лицом там. Что-то с лицом произошло, да. Так, сейчас, чатик, быстро. Стаси, как ты? Привет, Кир. Привет. Привет, Анька. Как твой день сегодня? Прекрасно понимаю, что там все плохо и неизлечимо, но, блять, каждый раз в шоках. Ну, это такой реалити-чек происходит, знаешь, когда думаешь, что там, ну, родня, ну, все вместе же, ну, ты вот такой адекватный, ну, как может быть другая родня твоя неадекватная? А вот, видишь, ну, это пиздец. Это очень, блядь, печально. Говорит, бывает, говорит о чем. Бывает, говоришь о чем-то размытом, неконкретном, человек почему-то воспринимает на свой счет. А, зависит от контекста, на самом деле. Зависит от ситуации. Тут я ничего толком сказать не могу. Спасибо большое за подарочную, кстати. Я внезапно попал в халепу. Ты куда? Я вышел посмотреть, что там на улице. Поняла тебя. Снег идет, кстати. Поняла себя. Блин, там не считаю все правильно. Я аккуратно. Еще не готова. Ты из загробных приперся. Ау. Мне один загробник урон наносит, дай боже. Аккуратно побежи, там это яды. А я не иду никуда. Яды. А это я себе говорю. Так, все. А, так, сейчас, секунду. А, да, есть такая история, что в твоем типа окружении может быть нормой, но ну, типа, надо, опять же, как я сказала, дабл-чекать некоторые вещи. Потому что вот Циркония, собственно, пример привел с Вона.
для многих было нормой говорить на Украине. И люди очень быстро переучились, когда поняли, что это неуважительная хуйня. Поэтому такая штука, такая история. Прекрасная классика, да-да-да-да. Оно такой еще витражный, знаешь, цвет, полупрозрачный. На ногтях лучше видно, чем на вебке. Побежал. Чат меня совсем нах послал, сообщение через раз пропускает. Какие, у меня в чате или вообще во всех чатах? Давай, Даша, хорошего вечера тогда получается. Да, Кэт, согласна. Другое дело, как ты еще реагируешь, да, если человек говорит, слушай, приходит и говорит, слушай, это у меня было неприятненько. Если ты такой, у меня был такой знакомый, который, ну, он прям, ну, он такую лексику использовал максимально, знаете, ну, пиздец. Пиздец. И когда ты ему говорил, типа, чувак, слушай, неприятно слушать, потому что, да, ну, неуважительно. Он отвечал, а че это я должен себя цензурировать ради твоего спокойствия, удовольствия и комфорта. Спасибо. Давай, Даша, хороших тебе. Хорошего дня. Я так понимаю, Даша, дай хуйня с чатом. Да, у меня причем в чате только. Странно. Это очень странно. Здорово. Так это что такое? А, закрыто. Это ты встанешь там? Да. Удобно. Надо будет прокачать этот стан немножко. Так, сейчас еще чатик немножко. Люди могут оскорбиться на что угодно. Если ты не хотел, можно извиниться, обозначить, что было сказано и с целью. Да. Все тело болит. А что ты вчера делала? Дэнь, я Дэнь, собираюсь в уборе в этой суби овертайма. А навещу тебе овертайма? Поговорили с Элианой. Ты хочешь противаться овертаймам и... Ее сыну нужна мать. Мы можем начать новую жизнь. Вдали от вьюг и снегов. Она отказалась. Селиана сказала, что не отречется от света, что построит так, своему сыну лучший мир. Здорово, буржуй. Она права. Можна нічого не даблчекати взагалі, просто мати на увазі, що тебе можуть підхуєсосити в будь-який момент. Так. І дуже дивно, знаєш що, що коли ось така людина, яка «А чого це я маю там тра-та-та-та-та?» Коли ти його хуйсосиш, коли ти до нього відносишся так, як він доноситься до других, я, короче, відноситься до других людей, давай, то він чомусь дуже ображається. Це дуже цікава історія. Не завжди так, блядь. Трапляється чомусь. Ох, ніхуя себе, блядь. Ніхуя себе, блядь! А можно мы к боссу так забежим сейчас быстро? Вот надо быстро бежать. Мы прибежали. Видимо, да. Мать волчица, кстати. Мать перемать. Все, закончилось. Да, она в лазу, она тоже не попадает. Мне нужно приготовиться. Да хватит, то стоит меня. Мать лошится. Да, мы сейчас спасем, короче. Вот что будет. Это пока она слишком быстрая. Она мало того, что быстрая, она еще, блять, это дамага наносит, как сука. Я вообще. Вот ее кайтит. Она не кайтится, она догоняет меня сразу. Блять. Где вообще? Еще и засрала все. Так, ну я стараюсь от нее далеко издали держаться и хуярить. У меня скоро хилки закончится. Хуёво. Вообще не получается. Ну типа, она меня догоняет, я просто бегу, она меня догоняет. Она бы хоть кого-то, не знаю, спавнила, чтобы это... Не волнуйся. В смысле, блять? У меня последняя хилка. Я пытаюсь жить.
Давай, живи. Пока что. И она, причем, она вспомнится, когда мы перенесем. Да. Мне нужно приготовиться. Опа, хилка выпала. Целая одна. Ну я умру. Меня еще опрокидывают. Одна хилка. Мне нужно приготовиться. Давай, сука, дай еще потратить. Мне ау. Нужно приготовиться. Ой, блядь! Что такое? Да на меня прыганули сразу эти долбоебы. Она скоро, она меня догоняет. Ну как так-то? Почему ты меня догоняешь? Я еще не готова. А! Это пиздец. А тут воина. Думаешь? Да. У меня ноль хилок. Для меня быстрые враги такие, как у вас. Я почти умерла, у меня нет хилок. Я тоже. Где она? Нам надо сбить ей еще часть полоски, чтоб хилка выпала. Я еще не готова. А, ну кайф, она меня валит. Все, я кажется, все. Я приехал. Оп, хилка выпала. Все, выпился. Давай. Я бегу ищу. Ну, я успеваю буквально два удара нанести, потом я получаю пиздюлей. Все, я умерла. Вижу. Ой, пизда. А ты сама реснешься или тебе надо ресать? Надо ресать. Воскреситься могу у контрольной точки. Ресаю. Реснул, бегу. Не ресал? Не доресал. Блять, ну вроде ресал. Ну вот. Контрольная точка, где она в ходе или. Не знаю, она, а у меня шеле, серый, да, этот, у меня серый нет. Этот. Все, да, мы с тобой когда вместе умираем. Она сильно быстрее. Ну, погнали. Я в компании друзей, не пытался унизить и оскорбить человека, когда я даже не задумался. Ну ты просто, опять же, ты когда делаешь вещи, примеряй на себя. Примеряй на себя. Если бы ты был на стороне, представь, что ты услышал это. Каково тебе было бы? И уже в зависимости от этого действуй. А, нам в обратную сторону уже. Ты два дня на свадьбе была, Стася. О-о-о, как прошло. Овертайм еще питкопыта. Так, Лекс, подожди секунду. Питкопыта грошей. Вот цена кращий шлях, это покращена психичная ревновая. Плюс плановато реально. Все, зрозуміло. Я, блядь, овертайм это дуже гарно, але, сука, я прям, блядь, мене так психика просідає за овертаймів. Я захожу. Ой, Аталян не знает, что у Доджи есть откат, кстати. Фига. Причем не херовый такой откат, я бы сказал. Без каких-либо шмоток. Так. Ну блин, она сразу разваливает. Ну она, да, она прям очень пиздец больно делает. Пиздец, уже половина. Один раз цапнула, половина хп, блять, нет. Да, она меня догоняет постоянно, не успевает бегать от меня. То есть, ну типа, ты просто бежишь, потому что ты не можешь ничего больше делать, у тебя откаты нету. Перекаты, вернее. А плюс еще и пингует меня, очень неплохо, как бы сказать. Не, ну я сдохну снова. Работает.
еще не готова. У меня уже хила нету еще. Уже нету. Ну это пиздец. Нету уже. Ну это пиздец. Ну типа раз увернулся, а в следующий раз так грибать. В следующий раз так грибать. Всё. Ребята, простите, с матерью этой одиночкой очень... Поняла, все без вопросов. Ну, типа, да, я просто бегаю, на меня догоняю. Я могу бегать быстрее. Резнула? Нет. Я умираю. Блять, а почему нет? Интересно. Мне нужно приготовиться. Есть, резнула. О, резнула, да. Нам надо было еще раз подойти. Ухо нет, еще раз слышал. Так готовится. Бесконечный рез, пиздец. Ура. Только успевать Изи. Надо. Где она? Да вот она в пизды дает. Нашлась. Мать одиночка, блядь. Ну, я не знаю, мне нужен только контактный бой, я больше ничего не могу с ним делать. Ту-ту-ру! Привет! Привет, Аквакодер! Очень сложно, потому что тяжко бой идет. А помнишь, что там говорил у меня, что ой, да невозможно отлететь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мне нужно приготовиться. Гнида. Где она? Где она? Коза. Ча появится. Блять. Вот он. Отравил ее. Блять. Опа. Так, чат не читаю, застряла на истории о том, чтобы со временем некоторые слова становятся неприемлемыми, да. В конце концов, 21 век, мы современные люди, молодые, не по 60 лет, когда люди не пожилые начинают отмазываться тем, что вот, блядь, а в наше время, ну типа ебать, живите в 50-х годах тогда, откуда вы, видимо, и родились. Одна хилка. Да, пиздец. Это при том, что я резнулся с фулом хилок. С фулом хилок резаешься? Да, 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 да. Ну, я резнулся с фулом, я хз. Блин, не попал. Не попал. Типа, она когда за мной гонится, то это все, это конечно, я не могу ничего сделать. Я могу раз уклониться, а потом просто бежать, она мне все равно догоняет. Все, она за мной бежит. Блять. Ноль хил. Хилки выпали. Не еще волки выпали. Да. Но у меня ноль хилок. И мне пизда. Я был. Одну взял. Блять, почему из волков не выпадает, сука? Не, иногда выпадает еще. Бля, ну вот как, блять. Ага, то же самое. Блять. Это... Нет, это не сюжет. Сюжет нам попроще должен быть. Недостаточно мало. Ну, больше будет. Ну, нет времени. Хилка выпала, но я не доживу, наверное. Иду за ней. Взял ее, откидался. А это последняя, больше нету. И пока тоже нет, что. У меня уже пиздец, все. Да, я снова умру. Блин, какая же жесть, насколько бы некромант просто и так пиздец. Ты живешь? Ты живешь. У меня на. Ну, у меня нет хилок, блять. Диабло охеренная, стой. Сорян, я очень сильно. Я очень сильно. Блять, я умерла. Нет, не умерла, умерла. А я тебе не резнул. Ну, думаю, сказать эти слова «куир», я нахожу то, что...
це є така штука з квир, коли ти, блядь, як ця хуйня зветься? Ну это пиздец. Это срака. Это срака пердяка. А нам здесь надо закончить так, же, да? А? Нам же надо здесь закончить. Ну, это не сюжетный квест. А, ну да. В принципе, я думаю, ну, блядь, это же уважение. Надо просто... Ну да. Кир, это как переприсвоить себе слово. Есть такая штука. Надо апнуть баночки в городе. Баночки хиляльные? Потому что у меня 4 их всего, и они достаточно мало. Хорошо, что я достаточно стар, чтобы вместо бабы использовать мочалка. Его молодежь не поймет, обижаться не будет. Питон, питон. С братом бабушку просто называем Ба. До меня дошло сейчас, что подобное я слышал только в каких-то произведениях, фильмах, мультах. А, ну да, в, я в такое в мультиках видела. Я такое в мультиках видела, в принципе. 5 секунд, такое себе. Расскажи мне. Тоже приседаю, просто перестаешь жить на дайки час, лохиба, то такие же минус зараз. Ну, в принципе, может, я зараз бы працювала овертайм, якщо б вони в нас були. Якщо б вони були ще в офісі, було б ще дуже, дуже кайфово. Натикалася ідея, казалось, що місто... Нет доставки? Серйозно? Не, ну в принципе в соседнем доме, значит, ножками иди, получается. Видишь, может, они увидели так. Из соседнего этого нет. Давай впиздуй самостоятельно, будь добр. Лекс, я отойду в туалет быстренько. Ребята. Давай, давай, давай. Чаёк, кофеёк, если что. Да, кстати, здорово, питон. Чуєш ж цей, на рулі можна Діаблу? Можна на рулі Діаблу поганяти. Там навіть більш кнопок, ніж у Лекса на геймпаді, до речі. Ой, чё там починається? Капіо фіга, чё буду. Все, я пошла пісь, щас прийду. Так, блин, я просто не понимаю, вот чат, чат Викин. Чё нам делать с этим? Как мне от него убегать? В принципе, ничего нет на скорость вообще. Если бы я хоть чуть быстрее бегал, то, в принципе, можно было бы жить. А так ты тупо убегаешь, он тебя догоняет, и все. Поток ветра. Мерчу можно делать. Грозовой шторм. Классическая тактика бить не... А я не могу не получать урон, вот в чем прикол. То есть тут нет ни одного условия, при котором я не могу не получать урон. В этом проблема. Я все равно его получаю, потому что он меня просто догоняет. Серия с 3 атак, кстати, она неплохой была. Может, мне волком качаться тогда? Ну, нахрен этого медведя. Есть прикольная обилка у волка. 112. А если мне, подожди. Вместо этого взять вот это. Так, сейчас, одну секунду. Мама звонит. Короче, хочу вот эту обилку попробовать. Надо сейчас только все пере... Оп. Перебиндить. Оп. Впервые вижу настолько сосредоточенную Вику. Блин, в игре просто происходит такая жесть, если честно, что ты просто сфокусировался. Пипец, ребята, простите, пожалуйста. 3,5 четверти, сложно. Да, тонны, получается, питон. Да, да. Пойду за чаем. Раз псы на сутуло... Три. Сколько? Два раза она нас обоссала уже? Или три? Два раза обоссала. Ракуш. Пассивно вжива в баду, бабуся. Так, ну я поменял обилки. Чё? Давай попробуем. Давай. Кекаю с того, что старшее поколение премьеры и гомофобы.
А, ну да, это ж, в наши времена такого не было, понимаешь? Так, вот это тебя пингануло сейчас от меня далеко. А это я, может, нажал? А, да? Может, ты прыгал. Угу. Что у меня-то прям телепортнулся. Ну, это диссонанс словил. Настроение хорошее, несколько часов не отпускает тревога сильная, из-за которой ничего не могу даже печатать. Слушай, а чё так? Блять! Вот ты гнида! Я еще не готова. Я нормально его хоть надамажил в этот раз. Я еще не готова. Ну и все, сразу не на скилках. Бля, печально вышло. Блять, ну это пиздец. Это даже не путь воина. А это не путь воина. Станет мне вот так, почему он меня просто догоняет, как не должно быть. Слишком длинные... В табакиндерье слишком длинные ноги. Я еще не готова. Ага, так, я сейчас так купану. Хилка. Так, где эта хуйня? Опять за тобой. Да. Я еще не готова. Ау. Ну пизда, что у меня? Так, а ну давай. Я просто не понимаю, когда его бить так, чтобы не огребать. Ой-ой-ой, это я зря сделала. Я еще не готова. Так, пропал, да? Пропал, хорошо. Да, но я нормально ему, кстати, настучал, пока ты от него бегала. Во, видишь? Оп! Где он? У меня здесь, я сверху. Бегу. Там что-то походу опять хилка выпала. Балет, он исчез, падла. Хилка выпала, а мне не выпала. А мне тоже не выпало. Забудь. Но я почему-то он за мной. Да, я его пытаюсь бить. Мои глаза. Хилка выпала. Ой, блядь. Сука! Убираю хилку. Блять. Он за мной идет. А он постоянно за тобой идет. Оп, теперь за мной идет. Бегу. Не хана. Когда он идет за мной, то у него обычно получается. Он обычно доходит. Я добил этих. Да, вижу. Он за мной пошел. Вижу. Бью его. Так, я нашла хилку себе. Мне нужно приготовиться. За мной идет. Понимаете, пришли ребята. Бью ребят пока. Тоже немножко подбиваю ребят. А, у меня нет хилок больше. Он за мной! Иду. Вам оптику нашел. Мне нужно приготовиться. Где он? Ой, исчез. Ой, блядь, мне пизда мне. Мне тоже. Я не могу извиниться сейчас. Ощущение, теперь могу, но уже поздно. А хилок там нету, кстати. Есть, одна лежит. Нет. Я умер. Я даже не знаю, что у меня получилось. Обычно волк мне нужно приготовиться.
Можешь исчезнуть, пожалуйста? И сейчас. А, появился. Он появился, ты чувак. Вряд ли ты меня реснешь. Я вряд ли тебя ресню. Я еще не готова. Да, пиздец. У меня нету хилок. Все, я... Мне ГГ. Я умерла. Но мы жили чуть дольше, мне кажется. Будто бы. Ну, да. Но все еще хуйня. Все еще, да. Все еще полная. Что-то надо с этим делать. Да. Це було краще вже. Так, ну тут, блядь... Ой, слушай, может я вернусь домой и прокачаю себе хилки хотя бы? Где там прокачка хилок? Давай, в Киавашат надо. Ничего не получается. Я, кстати, не знаю, мне, наверное, что же надо или не надо. А, я не знаю. Пожалуйста, блядь. Я не знаю. Давай в Киавашат съездим быстро. Чем помочь, Толян? Ледяной барьер можешь взять Frost Nova. Так, куда, говоришь, тпшница? Билд глянуть, видите, надо 15 левел получить, скорее там уже будет веселее. Да это нихуя себе, там чувак пришел, сейчас повидал? Какой там до 15 еще нормально. Какой чувак? Ледяная хуйня. Так, чё, куда? Нам надо было. Ау! Тут такие квесты обязательные, приоритетные задания. А шо, у нас есть какое-то приоритетное задание? Да-да-да, на улучшение хилок. О, давай делать. Так, где, блядь, квесты вообще? У меня вообще 5, понимаешь? У меня 5 хилок. А где квесты 5. Ебучие? Вот, я там, где я. Сейчас бегу. Не заблужусь, добегу, не заблужусь. Да, кстати, на этом персе она не улучшена. Она не путает, они мне дали 5 зелий, но при этом они не улучшены. Не улучшили их. Крикет прикольный, мне нравится. Артём, как проходит прогулка? Классно, нас 3 раза уже опрокинул этот. Опрокинула хуйня. Но крикер мне нравится, классный. Думаю, другие мои эликсиры красиво тебе очень тоже пригодятся. Кричить на боссов войс, накрепить ему мораль. У меня есть лишние материалы. Уникальную механику возьмем открыть, апнуть 15. Если это потом надо будет возвращаться сюда. Или готовить эликсиры. Тебе понадобятся свои ингредиенты. 1, 2, 3, я смотрю, как меня убивают, да. Не да, за что. Да. А он кто вообще? Козлоногий, так. Падший, демон, кто улучшить он? Улучшить у алхимика. Животное, вот он кто. У меня кости зверя, у меня нет кости зверя. Так, ну я улучшила, теперь у меня крошечное зелье здоровья, теперь нужно малое, но там нужен 20 уровень. Угу. В целом, как бы живем. А количество можно как-то это? Ну, пока нет. Ага, все, поняла. Доступны награды. Сорки на 15 левеле квест будет, там можно будет круто усилиться. Но у нас нет 15 левела. У нас нет 15 левела, да. Че, возвращаемся? Ну, получается, что да. Чем бегу? Я хоть туда тпшнусь. Вот нужно идти дофармливать, да, до 15-го и потом делать еще квест специальный. Количество улучшается, прокачивая активность. А, все, поняла. Это тоже пока. Мы где, блять? А, мы там, мы там. Смотри, просто не умрем и все. Я предлагаю, да. Давай просто не умирать. Он бьет тебя. Ау. Я его бью. Он бьет меня, а ты его бьешь. Все остальное время просто убегаем. Я его периодически буду травить. Давай. Вот с тебя бьет. Блин, ну теперь меня бьет. Как понять, что он бьет, парень? Ты когда близко подходишь, он начинает себя бить. Там можно легко да его перехватить. Я иногда он за тобой бегает, я просто хожу его тупо бью. Постоянно. Так, за мной. За мной. Хрен куда пропал? Побежишь, не, не пропал. Нет, не пропал. Минус одна хилка уже сейчас будет. Шикарно. Пропал, да? Нет, меня бьет.
Ко мне пошел. Да, вижу. На меня пошел. Пытаюсь с ним убежать. Уже не пытаюсь. У нас вторая хилка. Ну все, он просто теперь бежит и бьет. Типа ему вообще по сараю. Я два раза уклонюсь, а потом больше не уклонюсь. Плюс еще по этому говну вроде я его обхожу, а все равно от него урон получил. Так, хилка выпала. Нет. Я еще не готова. Угу, и все. Хуйня пропала. Да. Зря, зря. Он ищет цель после каждой атаки, фокусе либо ближайшего, либо того, кто болет. Блиннее! Достаточно мало. Блять, ну ёптую налево. Эти штуки еще бесячие, они у них радиус на самом деле больше, чем у. Да. Ты видишь. Блин, а у меня одна килка остается, все. Я приезжаю. Я заранее еще. Еще обычно. Так, окей. Так, хилка выпала. Блять, я упала. Пиздец. Меня уронили. Меня бьют. Это все. Я труп. Я труп. Он просто бежит за мной, а я не могу бегать так быстро. Ой, блять, пиздец. Так, циркония побежал, да, я правильно поняла. Миллиард волков вылетает. Хилочка выпала. Да хули ты пришел, пиздец, он меня еще и ранит. Ну все. Он меня сейчас убьет, потому что я не могу убивать. Он на меня перетепнулся. А я ничего не могу сделать, если подойду к нему. Я еще не готова. Так, бля, пиздец. Пиздец какой-то, если честно. Блядь, палки вылезли. Меня. Я умираю. Вон того настоять, ну просто настоять. Мне нужно приготовиться. Так, он за мной. Угу. Пока лужи исчезнут. Исчезнут. О, хилку нашел. Я живу еще. Блять. Ну, понятно. А что, блять, сука. Думаю, чё не срабатывает, я чат открыла случайно. Хилка выпала. Чат наруинил. Ну, как обычно.
А где выпало? Мне не выпало. У меня вот здесь была. Это персональная хилка. Серьезно? Блять, он ко мне пришел. Да, мне не выпало. А он где-то на пиздит, все, больше не пиздит. Сука, да сколько можно призывать этого говна? Просто реально же. За мной бежит, я умру, скорее всего. Если будете сами так делать. Он на меня переключился. А у меня хп... Хилка! Я отхилился. Где он? У меня. Он за мной бежит. Я в основном занимаюсь тем, что я бегаю, я его даже не дамажу. В принципе, что ты делаешь? Я дамажу. Хилка выпала какая-то. Волки выпали. Хилка выпала какая-то. Мне не выпало. Где он? Я ничего не понимаю. Две хилки выпало. Нихуя себе. Да, прикинь. Не нужна больше времени. Заткнись. Так, пропала хуйня. Блять, пиздец, нервы. Опять волки. Поняла. Блять, ебучий чат. Чат, вы понимаете? Вы понимаете, как? Вот оно что, на самом деле. Где он? И сейчас у меня... Вообще-то это она, на самом деле. Ну, я оскорбляю. Вообще не ебёт. Это же мать волчица. Да за шо меня отстань? Понятно, блядь. Хилочка. Так, забираю хуйню. Блять. Забирай. Я. Не знаю. Сейчас где-то будет у меня. За мной бежит. Если догонит, я возможно труп. Я еще не готова. А, ну тут, блин, хватает само догонять, на самом деле. Да, за мной все еще бежит. Так, она пропала. У меня прям вообще в писька хп, я сейчас не буду. Я умер. Мне нужно. Поняла тебя. Добивай. Ты медведь, она волчица с печкой. Это в смысле? Мы несовместимы. У нас по гороскопу совместимы. 1%. Да сейчас это заканчивается. Блять! Лёгонько, боже, с первого раза. Фу, блять. Прям поверить сложно в то, насколько это было легко. Хорошо. Ой. Фуф. Сука, блять. Простите. Да легкая игра. Фу, блять, невозможно здесь умереть. Хуйня. Вообще нереально. Ой, ёбнешься. Так, затащили просто пиздец. Ну, это, кстати, ты затащил, я в основном бегал и орал. Если бы ты... Если бы ты её не кайсил, я бы не это, я бы не шпёхала так часто. Ой, пиздец, блять, аж ручки это от того этого. Так, ну чё, давай в Маргрейв махнем. Давай, подальше, давай отсюда в пизду просто. Сдаем все эти штуки. Гормоны не попрешь. Ну, Лекс тупо на сигареты пришел, ногой геймпад жмяков. Так вот что, понятно, Лекс, с тобой. Ясно, понятно.
Так, а почему ты там, а я здесь? А где ты? Потому что не так, я в Маргрейве. Сдаю квест. А почему я здесь? Я тебе рекомендую. Где здесь? В Кеашвазе. Лечу в Маргрейв. Нам же туда обратно но не надо будет возвращаться. Там надо сделать эти приоритетные квесты. А, все, поняла. Но я к тебе туда шлепаюсь. Да. Ой, блядь, давай, пиздец. Шлепайся. А еще как медведем играть, как не ногами. Ну, справедливо, кстати, да, по фактам. Да я нахрен просто перекачал вот вообще вот. Все, что было у меня. Пиздец. Я никакой не медведь, я какой-то волк, блин, полу, не знаю что. Полу ядовитая лоза. Ой. Так, дневники нашли. Моя мать. Пиздец. Была из кающихся. Пиздец. Пожертвовала бы она как собой, нужна такая вилка если б знала, каким на... в конце АУЕ концов станет мир. Прикольная, да. Спасибо, что принесла мне это. Пожалуйста, что принесла тебе это. Так, задание выполнено, и вот здесь у нас еще. Да. Когда сделаешь, я тогда в Киавашат. Давай, тоже давай, походи. Давай. Ты справилась. Ты уже подтягивайся. Я его отсюда чую. Жаль, не увижу, как танцует огонь. В тебе сияет свет, странница. Ой, блядь, пизда дрозда. У меня руки трясутся, по-моему, сейчас немножко от этой хуйни. Так, а у меня еще, знаешь, какой вопрос? Серьезно? А? Прям серьезно руки трясутся? Ну, чуть-чуть потряхиваю. Да, я знаешь, как это? Блять, я, сука, я так доджила, Ой, я, кстати... Да хера она доджила, блин, а друид вообще какой-то бестолковый, он вообще не доджит нихера. Я не могу понять. Ну, типа, он очень медленный. Угу. Ну, это тяжко. Я просто поняла, что я могу поддодживать своей билкой, которая типа тебя телепортит. И поэтому у меня, по сути, их было будто бы два этих доджа. А, так. Приоритетное извлечение запечатлений. Я пошла к приоритетному... А это что такое? Улучшение да, не забудь предметов. Укузнеца, я к тебе зайду. Починиться. Ага. А где хилки восстановить? Тут, блядь, еще и чиниться надо. Да хранит тебя отец. Она. Чем могу помочь? Ремонт. Вот на улучшал, блин, все подряд. А, кстати, блин, я что забываю, это? Даже в основной игре, а то, что кузнец это вещи улучшает. Кузнец то, что так сильно надо. Угу. Да, пойду продам штуки, блядь, пиздец. Оружие для воинов света. Выгодная сделка. Жить. В принципе, денег у меня валом. Могу себе позволить. Ну, ты да, вполне. Ну, легендарки улучшу. На две штуки. Честная сделка. Так, у меня, в принципе, не так много времени. Сейчас я подумаю, куда мы успеем сходить. Давай. Давай. Если что-то сломается, бегом в кузню. Призрачная а улучшите айма. Любой предмет при помощи кузнеца. Есть. И там еще второй какой-то улучшалка вторая. Только посмей молоточком. В смысле, что ты имеешь в виду? Так трои какие доджи? Так сосалось хорошо! Не доджилось! Чё, друид, чё? Друид танк, какие доджи? Было больно. Уянг. За секунду просто всё нету. Высасывало. Как тебе наверняка известно. А что за молоточек? Даже, казалось бы, обыкновенных предметах может храниться великая сила. Ну, сейчас обидно было, ну пошла тебе нахуй. Высвободить. Ну вы видели, что он открывается, что я могла сделать? В процессе предмет распадется. Останутся только поняла. Чистые не, сущности было сейчас, силы, что в нем курсор. Сокрыто. Я просто читала, там же подсвечивается, это типа что. Я душу навела, чтобы почитать. И вселить ее в другое. Специально для тебя буду. Нет, все конечно, шмотки по перетаскиваниям продавать. Особенно, когда собор поблизости. Ну, молоточек, ох, да. Уже это ваше перетаскивание, конечно, там на такое. Так. Как перетащил бы. Ага. Окей, сделала с камнями, зачаровыванием и с этой хуйней. Ты куда пошел? Да. Я вот... Чел медведосвин. На выходе из города. Все, я бегу. Так, а где мне хилки себе обновить? В смысле обновить? Ну, у меня их ноль.
На фонтанчике, там сердечко на карте. Не знаю, вроде должно обновлять. Ага, все, вижу. Бегу, сейчас быстренько прибегу. Не знаю, это оно или ой, нет. Ой, жесть. Но... вроде оно. С камнючечками. Камнепулечками. Или это, подожди, или это чувиха какая-то? Нашел на руке. Не, это оно, это оно. Нет, не оно. Это уже да, это оно, все, есть. 4-4. Оно, не оно. Оно, дня, оно. Ой, пипец, конечно. Тяжко. Эх уж этот ваш, конечно. На... аннигиляторная пушка! На некроманте на этом самом, на легком я, собственно, даже не заметил. Так, что это такое? Ну, видишь, какая-то собака. Ну, видишь, тебе софт-порн что делает. Да. Ой. Зато я свои обилки выучила, понимаешь? А мне нравились мои вилки и медведи. Но мне пришлось их заменить. Видишь? Потому что беда. Вынужденный ход. Так. Но... и опять мы идем ночью. Почему все время ночью? Я не знаю, почему всегда ночью. Что не так с этой игрой, блядь? Это булачка, блядь. Некрокровушка один из сильнейших изичных для прохождения. Ну вот. Не, ну я ни о чем не жалею, что я некро взял. Ну, некро прикольно выглядит. Ну, да. Не, мне же интересно, в первую очередь, просто там сюжет посмотреть, саму игру, потом уже... а потом уже вот так вот, как с тобой сегодня. А, вот так, а блядь, это ты чем? Ребят. Что это за красное... что я что-то подобрала, господи. Непонятно что. Что это я подбираю? Это квестовая штука. Да. Нам надо убивать врагов, которые на карте помечены красненьким, и с них собирать эти штуки. А, все, понял, принял. Вот фантомов надо убивать. Так, надо прокачать себе штуки. Игра, конечно, максимально располагает к тому, чтобы сосредоточиться и впилиться внутрь игры, и все, блядь, не реагировать вообще на внешний мир хоть какой-либо. Это пипец. Ау! Ау! Ау? Да меня по голове бьют. Так, а сколько нам надо собрать, чтобы посмотрю? Добудьте призрачную аниму, нежити. А как называется квест? Тайник экзорциста. А, все, а вот вижу, 2/3 мы собрали. Угу. Да что за... Чё вы это? У меня такое ощущение, что у меня тоже твоим током ёбнуло. Ёбом токнуло. Ёбом токнуло. Не знаю, я буду пробовать разные формы. Сейчас в медведи поиграю, потом, может быть, переделаюсь на волка, потом уж щенков. Потому что просто чуваком останусь, здесь все. Просто нахер, буду ходить, как обычный формы. Этот, ну. Ага. Меньше выявляться, больше пользы. Не, медведь вроде неплохо шарашит. Скорость проблема. А что делать с быстрыми боссами? Я что-то получил. Человек-дверь. Кого получил? Человек с дверь. Очищу. Здесь 150 врагов в облике не выживал. Нормально. 150 и там, и там. И там, и там. Найс. Так, что мы сделали? Аниму, походу, сделали. Аниму давай сделали. Вот еще две есть. Да, другой квест. А, казна? Ага, да, казна. Mm-hmm. Пошли. Diablo 2 изобрела... Кого изобрела? Игра Крек, Диаблоиды, РПГшки, где грин циферки делают приятно. Диабло
4 переизобрела снова. Диабло 4 переизобрела. Почему она переизобрела? Ничего не понял. Диабло 2 изобрала игрок-рек. Диаблоида РПГ, где гринд и циферки делают приятно. Диабло 4 переизобрела это снова. Я не поняла. Объясните мне. Хочу понять. Третьей гринды не было? Опа, 15 уровень. О, сундук. А у меня нет пока 15-го. Блядь, у меня нет ключа. Вика, игрок-рек. Стой здесь. Да не уходи. Я стой, стою. Я на ней заключен. Давай. Я еще такой не открывал. Давай, я только стою. Только я не знаю, надеюсь, он не исчезнет, потому что в прошлый раз я вернулся, а сундука уже не было, блядь. Ну я стою уже. Я смотрю на него, я не отвожу от него смотри взгляда. Смотри на него, не теряй контакт с зрителями. Я все, а я не смотрю. А просто надо покупать эти шепчущие ключи, покупаешь у торговца. Угу. За вот эту валюту, которую получаешь за ивентики, такую сильную забыл. Поняла. Я даже моргать не буду. Я буду так чуть-чуть сотосамываться, чтобы моргай. Глаза смачивать. Не надо. По одному буду моргать. Смотри, а то потом это такой останешься. Так. Ой, моргнула. Но вот, он на месте. Еще раз, он на месте, блять. Он на месте. Я купил 10 ключей. Кайф, давай. Иду. Бегу. Че, уже почти там. Я могу прям к тебе переместиться. Давай. Все, коопите? Да, парафлегму коопим. Берет парафлегма. Ну, уже заканчиваем, на самом деле. Опа, так, все. Открываю. Хо, блядь! Тебя тоже открылся? Нет. Заперто. Ага. У меня не открылся. Так, а где... Тебе дать, ключ? Ну давай, по идее, можешь. А как? Кинуть на землю. Подожди, разделить один. Есть формула кайфа. Если говорить про чисто, это Vampire Survivors. Диабло эту формулу в целом изобрела, вызывая своеобразную... А, все. Кинул, оно кинул. Нема. Понял. А где их брать там? Свои... У торговца, там на карте торговец, сам обычный торговец, короче, у него за эти покупаешь. Это там, где у тебя метка сам... стоит? Нет? Да. Я поехала. Давай. Привет, Ви. Здорово! Так, бегу. Вывалился некр со своими скелетами. Новая почта в приложении «Привет» написала. Чё хотят? Блять. А, успех, всё. Котлеты в угле сжёг. Боже, как это. Ты поставил котлеты и заснул. И они сгорели. Но это печально. Это не успех, это фиаско. Котлеты в угле — это очень обидно. Я бы с таким даже не крутил. Это пиздец. Не знаю, мне было бы очень грустно. Котлеты, блин, потому что их готовить надо, ну, не так-то быстро. Пока там вот это все котлету выкотлетишь. Так, что мне открылось? Вот так, я тэпаюсь какой-то. Обратно к тебе. Музыка кайфец просто. Музыка херена. Ну, я не знаю, давай. Желтые потертые сапоги, подожди. Уважаемо. Давай хотя бы дойдем. Давай, о, блядь. Бегу. Магия с молниями, я был в бете доволен, гидронор. Мне заходит молнии. Мне молнии прям заходят очень. Мне нравится. Так, а ты где, блядь? А, потому что ты дальше прям убежал. По дорожке иду по дорожке, да. Тут, значит, о, просто... у меня два тэпа появилось, кстати. Что за тэпа? Ну, эти, два уклонения. Теперь не одно, а два. А, у меня тоже, это с какой-то шмотки, скорее. Вот на этой хуйне бы пригодилось, конечно. А у меня было, это мне вот, не помогло. Блядь. Как видишь, я все равно сдох. Смотри, какие все это закрепил.
Опа. Левелапчик. Что-то в земле ползает, это твое. Короче, если друга. Это мое, да, это мое. Это эти. Ой. Глаза. Убери. Не в ту сторону. Да, есть. А с гидрами было вообще? С гидрами? Это которыми? Так, сейчас, подожди, я быстренько качну. Что я качну, что я качну, mm-hmm. что я качну. Отвлекался. Ни хрена, если ты, конечно, отвлекся. Соболезную, блин, котлету жалко. А, гидра — это огонь, все, я поняла. Ну вот я часто видела, что сорку с гидрами берут. А я что-то как-то не впечатлилась гидрами. Я гидрами не впечатлилась. Блин, у меня твое ХП почему-то очень странно себя ведет. Оно уменьшается. Ага, все, поняла. Это значит, так надо. Да. Все, окей, хорошо. Это по плану, ок. Не, еще квест делать не будем уже. Лексу надо уходить скоро. Не-не-не. Я думаю, мы даже это не найдем. Я просто хочу перекусить, что успеть. А мы же когда мы с тобой? Ну, четверг? Ну да, да, да. Да, без часов. Так, что это? Продолжим это вот развлекалово. А где, блин, чувак? Я думаю, мы его найдем сейчас. Быстро. Подойди. Думал, найдем. Ну. Мне кажется, бля. Министерская казна в поисках монаха Бозена. Где он, блин, монах? Я получил еще один ощущение. Убейте 667 змей или пауков. 666, простите. Нихуя себе ты. Да. Так, ну здесь нет. А это ты, кстати. А-а-а, ну пожалуйста, не благодари. А, серьезно? А, засчитывается вместе, типа, все. Но. Да, 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 мы еще, я еще постримлю. Мы переключимся на этого, на как его зовут? Марвел доиграем. Да, мы. Может, давай наверху, мы вроде не это. Сколько у нас попыток было на этом? Четыре. Мы с пятой добили ее. Да. Давай наверх попробуем сходить. Давай. Так, во-первых, здесь не... Смотри, здесь что-то... Вот, да, вот, вот он, вот он, вот он. Что-то есть, вот он сидит. Да, а ну, подожди. Блять, я стартанула. Дорогу. Вот. Хотел задушить. Искупи страшные грехи. Вот сделать, тут надо, короче, эмоции делать. Ага, все, поняла. Да, надо сказать извини. Пойду в Киовашат. Бля, мне хил дали 7 штук. Куда мне их пхать? 7 штук? Где вы были, когда эта матерь была божья? Божья. Божья волчья матерь. Божья волчья. Требования десятины. Кайфец. Волкородица. Волкородица. На второй сложности. На второй сложности мы не просто умирать стали. Мы начали. 4 раза на боссе сдохли. Мы 4 раза сдохли тупо на боссе. Так, извини, надо сказать, да? Ага. Прошу прощения. Ну ты куда ну, там, мне типа, видишь, что-то загадка. Ну да, 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 да. Типа загадка. Да. Опа, сейф. Взяли. Тельки почала. Ну, як, мы все же... Ну, сколько сикстрим, да. Все, давай дойдем до города. Давай. До этого по квесту и все. Я пойду. Давай. Побежали. На второй сложности плюс... ну, персонажи тоже другие. Герои другие. Плюс еще мы в коопе мы у босса. Да. Больше хп, да, и всего больше. И клан сделать надо, да. Что это за класс? Сорка. Сорка. Играю через электрику. Так, сейчас мне нужно включить вот эту хуйню. И сдать я квест. Безмерно. Какой класс, девица? Надо все подготовить. Прошу сделаем, меня сделаем. Извините. Делаем. Феймус. Ой, я заработал дропс у себя на канале. О, так, все, я все сдала, все активировала, я готова заканчивать. Я ну, волшебница. Заканчивать. Волшебница. Сорсерер. Все туда, кто выходит? Ты выходишь, ты же у нас... А я уже вышел. А, ебать, я продолжаю вышел. Дальше, как ни в чем не бывало. Нихуя себе. Видали, какое бывает? Ну, так оно... Ты же можешь, по идее, сама дальше играть, не обязательно в коопе.
Нихуя себе. Так это конечно. К этому можно в любой момент вроде как присоединяться. А мне интересно, можем ли мы коопиться, типа вот я своим 40-м, а ты 15-м? Да, мы можем. Мы можем. Можем, да. А насколько у боссов будет больше хп? А они как-то подстраиваются. Я где-то читала, они как-то подстраиваются так. Да? Да, они подстраиваются. Но я сейчас не скажу, как точно. Понятно, что игру так долго делали. Да, потому что на том ты можешь хоть... Просчитывали. А там синхронизация, эскалирование идет, хорошая синхронизация идет. Поэтому здесь нельзя перекачаться для какой-то локации, оно тебе все равно подскейливается под себя конкретно. Понял. И в копе то же самое работает, судя по всему. Сюда. Ну, хорошо, все, я погнал кушать. Все, давай, хороших тебе делов, приятного аппетита, да. И чтобы прям быдро, справи быдро. Продолжим, да, получается. В четверг продолжим, да. Давай, пока, спасибо большое. Чатик, Лекса, пока-пока. Оп, а я вижу, что мне Лекса два раза звонила, только на третий я приняла, прикиньте. Из Вовы системы они ее покатали там. Дрочилку залипнуть, хочу в Дейзи поиграть, прям дохуя времени надо. Ну, как со всеми дрочилками, мне кажется. Прикольно, что все работает сразу. D3, это D3, да, это ж не DZ, это ж D3. Значит, игра вышла, дики тому, еще вышла коллаба с певачкой Холси. Там, да, там, типу, це... Этот, як його звуть? Гімн, Ліліт, чи щось таке. Якось так. Там гімн, не гімн, не знаю, щось таке. Ось, не беру трубку, понимаєш? Трубку не беру. Так, ну що ми? Вам перерыв на чай-туалет? І ми йдемо з вами що? Заканчивать Гардианов сегодня. Финишируем Гардианов. Чтобы освободить место под Warcraft 3. Что думаете? Как относитесь к такой идее? Как относитесь к такой идейке? Мне, например, идейка нравится. Но не знаю, как вам. Diablo 3 при выходе стоило 50 евро. И все было в заднице при старте. Про аукционы молчу. Зарил деньги. Слышала, кстати, про аукционы. Зарил деньги. Что людей очень... Да, сил хватит на часа 2-3. У меня кушенька есть. Поэтому мне силёнок хватит еще. Король Артур на нас напали! Король Артур на нас напали! Здорово! Здорово, ребята! Ну, собственно, приходите с новым привет, так сказать. Снова здравствуйте! Кэт, Парафлегма, Лай, приветики всем! Тимплейные клановые, где с нуля развивается, строитесь, воюете, прям кайф. Этот любишь, да, получается? Как его зовут? Агоба! Здорово! О, Олег, здравствуй! Хорошего аппетита, давай! Давай, беги, пиши! Пиши. Давно не виделись чат Лекса, да? Алёрдва все ебало. Да, блядь, надо их переделать. Я забываю каждый раз. Я каждый раз забываю их переделать. Який пад, брат, и краще? Який берешь универсальный? Похуй. Якщо ты играешь на Берибокс. Берибокс, він краще працює на ПК. На краще працює, а под него базово раскладки роблять. Тому що іноді плоечный він не подхватывает, не підхоплюється. Ось, такі діла. Как жизнь молодая? Неплохо, все, неплохо, неплохо. Ты как, Кэт? Пока Вик, пока чат. Привет, Вик, привет, чат. Здорово, здорово, здорово. Ну, а насправді там піхуй тому що. Ой, Вонь, привет, в какой-то веке привет. Здорово, 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 Вонь, привет. Приветики, приветики всем вам. Мы сейчас закончили, собственно, с Дьяблой. С Дьяблой на сегодня закончили. Продолжим с Лексом в четверг в 6 вечера. Вот, а сейчас мы идем с вами добивать Гардианов Галактики, поэтому присаживайтесь, рассаживайтесь. Кто здесь впервые, я не знаю, есть ли такие люди, которые у меня впервые, вы как бы там кнопочки жмякаете всякие, типа follow, вот это вот все. Рассказываю вам о том, что у нас есть телеграм-канал с новостями, всякими стримовыми, фотками крыс и прочим-прочим. И есть Дискорд, в котором мы точно так же стримим, поэтому... Я впервые фоловся. Диабло пиздатейшая. Диабло пиздатейшая. У меня даже ощущение, что, может быть, я как раз буду... Мы с Лексом будем по сюжету бегать, а я сама буду бегать, делать... Типа в том же Дискорде буду сама ходить делать побочки, а с Лексом будем по основе бегать, мне кажется. Потому что это вполне себе... Ну, такой себе вариант. Знаешь, удачный, успешный, мне кажется. Вот как Лекс делает. Теми же самыми делами заниматься. Потому что оно прям, да. Вот, короче, с вами переключаемся, включаемся, переключаемся. Так. Приложение мне надо. Приложение боксовое. Бля, ну игра шикарная. Меня прям всасывать начинает, понимаете?
прям всасывать. Ты бегаешь, и тебе останавливаться не хочется. Ты хочешь идти писать, прифоловился, ну вот так вот, понимаешь? Ну все, Кэт. Не по-настоящему прифоловился, получается. Хап-ху. Но у меня на самом деле просто нет оповещения на рефоллоу. Поэтому люди, которые переживают, что вот, блин, я отфоловился, а сейчас я опять прифоловлюсь, и все узнают, что я отфолавливался, вообще не парьтесь, оповещений о рефоллоу у меня нет, поэтому... Поэтому можете спокойно прифолавливаться заново, не парьтесь. Отписался, да, отписался. Отписался, чтобы приписаться обратно, понимаешь, приписное оформил. Вот. Дурун. Вот. Вот.